Всем привет на 122 стриме. Сегодня будем проходить игру Bubsy in Claw Encounters of the Furred Kind. Но я буду проходить ее не один, а с Night Ricky. Мы давно планировали этот стрим, давайте ему позвоним. Привет, Night Ricky. Привет. Так, все, ты подключился, да? Привет, Тор. Здорово, Торыч. Так. Меня слышно, нормально все. Ну, надеюсь, вот пусть Торы напишет. Сейчас я игру погромче тоже сделаю. Так, а я, наоборот, потише сделаю. Для себя. Так. Ну, судя по ОБС, ты громче игры. Я, по-моему, значительно громче. Наверное, меня нужно потише сделать. Так. Да, упоротая игра достаточно, причем мы сейчас перед стримом немножко думали, как же переводится название, так и не поняли. Фиг его знает, вообще какой-то набор слов просто. Ну да. Ну, в общем, смысл игры на двоих здесь то, что мы, по сути, соревнуемся, то есть, ну, кто дальше пройдет, как бы, ну, типа того. Так, это я первый игрок. Ну, игра платформер, нужно... Ну, идти собирать бонусы и убивать врагов, боссов, все. Как бы. Сюжета, по-моему, тут особо нету. Управление очень довольно-таки сложное, очень инерционное. Куча подстав всяких, которые вот убивают. Слился, да, на люке, да? Так. Я, наверное, возьму тактику, не буду я спешить, все-таки я хочу ее попытаться. Ну, ты учитывай внизу счетчик времени. Ну, правда, тут... Что-то он да, какой-то медленный, так что... Как-то... Ну, так. Ух. А, ну и да, кто не понял, это игра на Sega Genesis. Так, разгоняемся. Так, тут нельзя разгоняться вроде как. Хоп-хоп-хоп, жесть. Фух. Блин, я ненавижу эти люки, они вообще какие-то коварные такие. Ну, когда думаешь, он не прыгает, он не тайминг сбивается, что ли? Да тут все коварное, как бы. Я вот честно, вот боюсь тут разгоняться, это, блин, как в Сонике, наверное. Привет, Луги Бастье. Но тут иногда тут разгоняться нужно, чтобы в нормальные места там попасть. Так. О. Ух ты, а это кто такой? Птиц. О, ни хрена себе, она стреляет еще. Ой-ой-ой-ой. Так, что происходит? Ты куда-то катишься. Так, тут чекпоинта нет? Мне нужен чекпоинт срочно. Это что такое было? Не помню, что ты видишь, у тебя два восклицательных знака там слева. Ух ты, нифига я жизни нафармил, слушай. Не помню, что-то полезное, и вот не могу вспомнить, что это. Ну я в эту игру, да, я не сказал, играл в детстве, у меня картридж, может быть, даже до сих пор есть, я не помню. Наверное, есть, ну в общем... Самое фиговое то, что у меня нет чекпоинта уже дома. Это очень плохо. Я так не хочу вниз без чекпоинта идти. Не, смотри, я жизнь нафармил вообще, да? У меня же было 6 только жизни. Изначально. Ух ты. Ой-ой-ой. Почти. Это было близко. Ой, я тут вспомнил, это что-то... Она убирается или нет? Нет. Точно. Так, даже после смерти она не уберется. Хоп. Бананы какие-то. Так, там что-то жесткое. Хоп. Хоп. А это что такое? Ну, Тор, ну, как бы, да. Так. Тут камеру можно, да? А, вот можно. Что-то, наверное, не помогает. Ну, да. О, это все, я прошел, что ли? Да. А, блин, я дурак, тут же разгоняться можно. Ты бессмертие выходит, прошел первый уровень, нормально. Да. Ну, как бы то, что я в детстве играл, мне вообще ничего не дает, потому что я полностью забыл игру, то есть, как бы, скорее всего, я буду крабить вообще. А кто, сейчас ты? А? Сейчас ты же, да? Да, да. Тут же это, при смене уровня и при смерти. Да. Ну, давай ты не садись хоть на люки-то. Да лол! А почему я отсюда? А, это ну, второй уровень? Да. Так начинается. А слушай, прикинь, на воде тоже скользишь как-то вроде. Не. Мне показалось. Не, показалось. Так.
Что-то место знакомое до боли, слушай. Ну блин, мы же когда тестировали, доходили до сюда. Не, ну я что-то не помню, что так второй уровень начинается. Так. Блин, тут приземляться на самом деле на врагов очень сложно, потому что тут управление в воздухе какое-то, ну как контри примерно, вот первый. Здесь управление намного сложнее, чем в, наверное, любой игре, которую я видел. Потому что очень инерционно. То есть в воздухе направление фиг. Это жестко какое-то место. В воздухе, во-первых, направление фиг изменишь, во-вторых, он инерция у него остается даже после приземления. Да уйди, Люк! Ну давай, давай, Люк, еще раз тут. Третий раз закрепляй, давай. Тут нет сюжета. Да, тут нет сюжета. А то, что играть я не умею, ну да, я что сказал, что я умею в эту игру играть? Нет. Я тоже не умею. Я только сказал, что я проходил ее в детстве, но это абсолютно ничего не означает. Это было очень давно. Это как я Том и Джерри проходил в детстве на Сегу примерно. Вот возьми сейчас я за него сядь. Ну да, кстати, я тоже проходил. Не, мне реально игра прикольная, но там тоже управление такое же корявое примерно, кстати. Это очень напоминает. Как бы там тоже инерция есть такая, знаешь, ну, там нужно вовремя прыгать, там жесткие какие-то микро-прыжки. Вот что ты тоже взял? Не знаю. У тебя, кстати, жизни вроде побольше. Блин, ну как ты? А, кстати, назад ты можешь вернуться, в принципе. По-моему, не особо. Ну, можно, конечно, попробовать подлететь. Да, можно, нормально. Ну ладно. Ну, в принципе, я фармнул жизнь. И тем более я там чекпоинт взял. Так, самый главный вопрос, куда мне идти? Вот тут фигово, если не берешь чекпоинт, то это очень плохо. Так, левитация спасла мне жизнь. А я не мог, кстати, левитацию включить, потому что я там падал с этой штуки, с воды. А, да? Блин, ты видишь, как я иду? Блин. Ну, ты сам знаешь, что тут разгоняться, это... Вот на бананах бы этих обязательно подскользнулся и будет. Слушай, тут тачка. Я видел только что тачку тут. Ху-ху-ху-ху. Вот это микро. Так, сам. Вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится вообще. Они стрелять начали. На чекпоинт взять. Есть. На втором уровне взяли чекпоинт. Плохо. А сколько в это. Тут же миры как бы тоже. Сколько миры? Да не помню, ну вроде 4 или 5. Че, взял что ли? В каждом мире по 3 уровня. А. Кроме так. Последнего. На тестах мы выяснили, что в пещеры ходить не надо. Так. О, привет, Снап. Че, знаешь эту игру, да? Привет, привет. Че это такое вообще? Какие-то жестяные бочки на меня катятся вообще. Какие жестяные бочки? Это же рояль, эти пианино. Что-то мне не нравится эта идея тут. Так. Да блин. Так. Что-то тут чуваки прыгают. А что это такое вообще? По-моему, ничего, ты можешь это, ну, дотрагиваться. А, это когда разбегаешься? Да, 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 да. Врезаться, что ли. А умираешь от этого или нет? Нет, нет, но тебя задерживает это на секунд, наверное, 10. Повезло опять. И в это время, то есть ты не можешь ничего нажимать, и тебя могут убить уже. Так, тут чекпоинта нигде нет. Блин, не отсвечивает. А, все, разгоняемся. А тут, если сильно разгонишься, то что, умрёшь или нет? Ну, насчет унылая, Снап, это я не соглашусь. Она упоротая, но она не унылая. Наоборот, весело. Но долгое, да, ну вот ну, так достаточно. Ну просто долгое из-за того, что сложное довольно. Хоть и детское. Так, пресс-баттон. Так, теперь ты должен пройти. Ты? Да. Ну давай ты пройди уже первый уровень. Давай, тащи. Да ну лол. Нафиг его проходить, мне тут понравилось. Ну. Ну хоть жизнь ты на фарме. Вот это радует. И еще одну. Блин, эти бакланы. Кстати, вот второму, наверное, легче проходить, когда, да? Вот, ну, типа, смотреть, вот что хоть происходит. Что-то у тебя ни одного кубка не будет. Ну, я слишком маленький, скажешься.
А за клубки дают жизнь или нет? Тоже понял. Вместе, да, наверное? Нет, по-моему, за очки дают, а клубки это очки вроде бы. Ну фиг его знает, я сам не помню. Да, Остап говорит, помню, что он ил из-за того, что легкая. Ну, снап, как обычно. Слушай, нифига, что такое? Че? Секретку нашел, что ли, какую-то? Нет, просто, ну, такой путь верхний. Может, тут жизни будет? Ну, я понял, все да, этим путем вроде ходил. О, нифига. Жизнь еще форманул. Так. Не знаю, в детстве она мне казалась тяжелой. Че происходит? Да, покажу. Растаял. Стоп, а откуда? А, это второй уровень, блин. Да. Как-то непривычно, да, не с левого нижнего экрана начинаешь. Мне тоже это стильно как-то. А с какой примерно высоты тут надо упасть, чтобы разбиться? Мне вот тоже это ищет. Ну, где-то с полтора экрана, наверное, примерно. Будешь по этим штукам жестким прыгать. Да тут одна все вроде. Я не помню, что там дальше. Ну ты же видел. Не, я когда другим путем пошел, я это понял. Так. Ну, нафармил кучу клубков. Вроде. Что-то это тебе не дало ничего, хотя как 11 жизней было. Там не было никого. Чекпоинт уже хорошо, это залог успеха на самом деле. Ну да, но лучше бы его не использовать. А, там жизнь не забыла. Вон чекпоинт, кстати. А, ну тут уровень практически кончается, только на аккуратненько. Тут какие-то подставы, наверное, есть. Нифига тебе повезло там. Это верно. С первого раза за второй уровень прошел. Привет, Инферно, привет, Кусок. Ну, естественно, для чего чат-то нужен? Для вопросов. Задавай. Нажми кнопку. Ну да. Так, я на каком уровне? Я уже заблудился. Ты на третьем, и я на третьем. А, я пошел поверху, я хочу понять, за тебя пойти. Все. Блин, как-то стрёмно, а вот чё вот там дальше? Ага. Слушай, тут же вперед можно смотреть, оказывается. Ну, да. Это что такое вообще? НЛО. Так. Ух ты! Это я не ожидал. Так. Чё внизу? Ух ты! Ух ты! Кэп на дно пошел. Да, подстава. Я тоже третий уровень. Вот ты читер, ты помнишь. Подвисает и периодически кубят. Выпили или обдолбаны, что выбрать эту игру. Давно планировали. Ну, как бы мы думали, во что можно поиграть вдвоем. И во что-то упорото, как обычно, и сложно. Да, чтобы было и весело, и, ну, как бы, не слишком легко, и не слишком банально. Не сложно тоже, в принципе. Не так уж прям сложно. Ну вот, ну, в итоге. Это вроде обратка, насколько я помню. По прошлым тестам нашим. Чё ты клубки не собираешь? Да я тут, вон, видишь. О, люки твои, любимые. Не, на самом деле люки это жестко. Чё-то меня в последнее время все обвиняют в том, что я пьяный. То Снап вчера, я больше стримил, говорит, ты чё пьяный. И сегодня мне говорят то, что я обдолбанный. Слушай, а если бы ты при смерти взял чекпоинт? По-моему, взялся бы. Как вверх или как на С? Наверх. Кстати, тут чекпоинт, насколько я помню. Так удачно. Я помню некоторые моменты. Так, что тут? Да ладно, это же игра для детей. Там чувак. Так, хоп. Ух ты, как. Я думал, я под ним, кстати. Вот это тоже не очень понятно. И вот меня бесит, что тут скользишь. А мы просто перепрыгнуть туда лучше.
долетел бы. А я не взял даже ни одного чекпоинта? А, не, взял. Нет, один. Взял до этого какой-то, но ты там чуть-чуть оставался до чекпоинта, тебе там сверху что-то пульнуло. Вот тут что-то сверху пуляет. Да. Там можешь не разгоняться все-таки так. Ну давай, Инферно, удачи, хотя битрейт всего... А, не, вообще-то скачет до 3600. Ну я могу, в принципе, понизить нафиг сеги такой битрейт. Ну я просто не, ну, не изменял настройки, как обычно у меня. В принципе, могу понизить. Так. Не, вчера кусок было больше, я Солгрина убивал. Ну так и не убил. Блин, да капец, ну это какой-то хардкор на эту платформу прыгнуть. Я еще не помню, как ты прошел туда. Как-то поверху пошел, что ли, это. Ухо-хо-хо-хо. А подожди, если ты... Да, ладно. Если ты на люке стоишь, он тебя подкидывает просто или убивает? Не помню. Так. Попробуй, может, я смогу смотреть. Сейчас я тогда... Ну, когда ты проиграешь, я сделаю стоп-старт. Ты что, битрейт хочешь, напомню? Ну да, поставлю не 3000, а давай 2000. Блин, тут так тяжело нажимать чуть-чуть вперед, это на самом деле. Ну все, я умер. Так, ну все, тогда стоп-старт, сейчас на паузу нажму. А? Стоп-старт. Так, все, поехали. Ну давай. В очередь. А че это у меня сразу машина была, у тебя нет? Вообще офигел. А, нифига, там прыгать не обязательно. Вот ты, вот ты читер, а? Я просто помню. Так, где эта машина? Да, блин! А, Тор у нас в модеры заделался. Ну, в смысле, которые моды создают к играм. Мододелы. А именно каким играм? А какая-то ему там игра нравится, я сам не понял. Но она явно мне не нравится. Потому что я не знаю такое. А че это такое вообще? Да он пинает сапог. А, то есть как это шестеренка там Соник, ну, ускоряет. Ну, я так понял. Блин, нет, это хреновый момент. Что-то, мне кажется, лучше понизу. Просто я помню, тут понизу тоже не очень хорошо. А, это еще стреляет, это конфеты. Да, да, да. А, ну вот. Я думал, заденет он так, стоя. Масяцкий. Да, босс. НЛО, который мочит клуб камень. Блин. Ну ты лошара, вообще. Mountain Blade Warband. Ну, я просто Mountain Blade. А так, а я где? А, вот. Тут иногда не знаешь, вот на эту левитацию включить или нет. А ты ответил на свой вопрос, что это? Что? Где? Где, где, где? А, да, это на Найтрике. Второй. Инферно. Тогда к выбору игры нет вопросов. Нет, Инферно, мы вместе думали, какую игру выбрать. Ну просто мы в прошлый раз играли же в этот... динозавров. Так. А что тут дамажит-то, блин, я уже не помню. Ну когда вот он высовывается. Нет, что дамажит? А, тебя клубок укроет. Что тебя замучило вообще, я как-то не очень это уяснил. Как бы я понял, когда его дамажит, но... Клубок точно. Так. Оп. Ну давай. Ну. Но, но. Вылези ты. Е-е-е. Чё, где пацан с ее ходит? А, я понял. Вот этот еноид, помнишь? Игрушку? Нет. Нас, короче, где заяц ходит, ее мочит всех, там пиццу жрет. Всякая такая. Наверное, я не видел. Не видел? И один раз там как-то случайно этот уровень с лодками прошел, больше я его пройти не могу. Причем, когда я серьезно был, как-то упорот. А чего у тебя так жизни мало-то вообще? Да блин,
Так. Четвертый уровень. Это что такое? Ну, этот хот-дог. Тут можно пойти снизу? А, может. Блин, меня так отсвечивают на работе. Ох, тут будут сложные моменты некоторые, я помню. Ну, не именно на этом, а вот в этом мире. Разгоняйся. Ну, в принципе, в каждом мире уже сложные моменты будут. Да, капец вообще. А что тут доказывать-то? О. О, сразу заспамил. Вот это вот долго спамил. Да блин. Ну Боши... А, не, подожди. Не, Боши упорот. Да. Она даже первая в списке упоротых. Давай, да. Воу, я думал, умер. На самом деле тут хитбокс тоже странный немножко. Да. Вот, ну, когда вот меня сейчас как убило, допустим. Блин, ни черта почти не вижу, ну ладно. Не видишь, в смысле, где? У меня солнце прям... А-а-а. Сейчас я как-нибудь поверну его, не знаю, может. Тогда получше будет. Нажми кнопочку. Откуда солнце зимой? Вот так в Карелии все может быть. За поверху нельзя идти? Я хочу поверху. Ну, прям вот здесь нельзя. А вообще, да. Кстати, это же резкая остановка. Я забыл про это. Не-не-не-не-не. Ты можешь это убить. Да не хочу убивать. Мне кажется, тут так проще просто. А, во, тут поверху надо. Но это еще не поверху, это так, ты просто запрыгнул на... О, не, ну имеется в виду, все равно что. Поверху это на вот этих, на американских горках. Ух ты, это неуязвимо, что ли? Да. То есть я могу бежать? Можешь. Ну только она закончится и... Ну, а она быстро кончается? По-моему, моментально. Я там чекпоинт, кстати, пропустил. Что-то мне... Мне стрёмно. Ну ты видел там этот? Угу. Как-то я лучше по-честному буду проходить. Но из-за сранца там еще... А быть. Там может просто в другое разветвление маршрута пустить. А что это такое? Ну, типа ты можешь вверх прыгнуть. Нифига не могу, я зажимаю. Тебе надо с большей высоты вроде приземлиться сюда. А, о. Все, я понял. Может, что-нибудь есть наверху? Вот сюда я зайду. Это бонус уровень, что ли? Да. А в чем заключается бонус уровень? Ну, просто собираешь вот всякие ништяки. Ну, да. Это что-то мне не под... Это как Соники, короче, бонус уровень сложнее, чем это. Сама игра. Не, ну как бы, ну в смысле сложнее. Ты же его не прошел, ты просто собрал чуть-чуть и все. Слушай, Мика, я больше. Думал, сейчас на дно упаду. А тут, кстати, я не понял, на этом уровне или нет, дно есть. Ящик с иголками. Так, теперь я. Да. Ну теперь ты решай, пробегать или убивать. Кстати, ты наверх тут сразу там можешь. Тут ёжики эти. Ёжики? Ну, я не знаю, как их обозвать. Всех, кто мне не нравится. А по что я умер? А у них вроде башка огнем загорается, мне показалось. А, фиг его знает. Мне вот эти чуваки не нравятся. Все, побежали. Так, в принципе. А если я еще раз зайду, я опять бонус уровень попаду, да? Не знаю. Не помню. Тут вообще чем-то есть? Ничего нет. Нет. Нет, 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 куда вы меня послали? Так, лучше сюда. Все ясно, ясно, ребят. Я все понял. Его еще еда может убить. Ой, до этого извращенца. Да, его все может убить. Проще сказать, что его не может убить. Да, это тоже не так
просто. Блин. Едой не кидайтесь, уроды, а. Вымикрил. Да блин! Не вымикрил. Это жесть какая-то. Что у нас... А слушай, я не помню, тут конты-то есть? Вроде один был, да? Нет, по-моему, нет. Вроде один был, но ты сначала мира начинаешь. Разве? Ну что-то тут суровость есть тоже с контами этими. Ну их нельзя набирать. Да. Жизни, в принципе, тут можно нафармить. Даже на первом левеле, там, ну, сколько я там, 13 набрал. Уязвимость тоже за. Беги. Потому что я далеко пробежал довольно. Чекпоинт тоже пропустил. Нет, вот. Где я? Ну хоть так. Не, мне кажется, это ты зря. А хотя тут наверх отсюда можешь попасть. Пароль дают, но мы пароли-то не записывали. Когда это пароль давали? Читаем. В конце уровня дают пароль. Не, ну в смысле, в конце босса, после босса дают пароль. Пароль, ну это не точно. Ну можно вместо пароля сейстейт использовать. Да ну, мне кажется, это... Да. Смотри, жизнь. Там чекпоинт, вон. Ну, норм. Оно не дамажит, да, оказывается? Да, но это я знал. А чё ты мне не сказал, га? А, я даже не знал, что у тебя такой вопрос возник, ты же не сказал. Не, да... О! Ух ты, тебя подстрелили! Не, я понял, что всё-таки пойду. Смотри, это говно реально. Какой-то. Да блин, ну там бежать надо. Бесит меня эти пиццы уже. Тут меня подстрелили? А, не. Не, меня-то... Не, ты меня... Тут... Где тот, который... Тебя где-то сверху подстрелили. Ну. А где? Вот тут где-то, наверное. Вон. Вон, видно. Блин, там что-то летает тут сверху. Да пофигу. Я вот. Летаю. Вот тут, по-моему, что-то плохое, я помню, если бежать. Блин, тут вообще всегда что-то плохое есть, если бежать. А это что такое? Что-то не помню. Ты очки одел? Так. Заденет, нет? Нет, о. Нормально. Мой черед сливаться. Блин, я тоже наверх хочу. Только что сказал, да не, лучше я понял, но... Ну блин, там бой сейчас. Не, ну я понял, за все равно пройду. А, кнопка. Кнопка. Да, мы знаем, что он от всего дохнет. Не, ну от большой высоты как бы это хотя бы это логично. Очки... Это очевидно, да. Наоборот, когда в играх с большой высоты не умираешь, это как-то чит какой-то. Ух ты, я жизнь. Я сдох? Нет. Нет. А чё тут такое? А, тут просто стена. Так, мне все равно этого козла как-то убить нужно. Ну как, убить. Подожди, пока он выкинет сыр и... Это сыр? Ну, пицца. Это жесть какая-то, по-моему. Ну, смотри, это нереально. Надо с разбега, он, ты же высоко прыгнешь, наверное. Хотя тоже не факт. В очках такой. Надо будет и выпрыгнуть, по-моему, вовремя. Вот что-то не помню. Мне кажется, да. Там снизу надо что-то есть. Блин, вот там так подставлено, вот чуть-чуть левее. Ой-ой-ой-ой. Это дамажит? Вроде нет, не задевает. Что-то не помню эту штуку. Да я её помню. Что с ней связано? Нет, это видишь, она закрыта. Не, ну я имею в виду такую штуку обрану какого-то уровня, но я не знаю, что это. Тут где-то будет, блин, шипастый пол, я помню, вот это плохо. Надо его надо найти как-то его. До того, как... Во! Вот эти ящики аккуратнее, блин. Вроде они... Не, нормально. Ху-ху-ху,
успеешь? Не, запрыгнешь, мне кажется. А, ну, с разбегу, ну пофигу. Чё-то жестко начинается. Чё? Тебе само не страшно так бежать? Да, нормально. Ты чё, пинок какой-то. На удачу. Лол. Чекпоинт даже прошел. Не, я поехал нахер в жопу. Так. Блин, капец. Нафиг это вообще время сделали пока? Либо сделали бы, чтобы оно кончалось. Чтоб вообще нужно было без остановки бежать. Так, сзади, да, вроде тут? Сколько я помню. Ты отсюда прошел. Да блин, ну урод он, а? А чё это такое? Что? Ну, уровень следующий. А, всё ясно. Начинается. Да. Вот это я помню. У тебя сколько жизни вообще? А, да, сейчас уже закончится. Не помню. Есть, по-моему, 4 есть... что ли осталось. Где тут засранец? По-моему, на одну больше, чем у тебя. Да блин, я что-то за тут. Я их не вижу иногда. Просто они как-то. Они сливаются с фоном, не так. Три. Попробуй тут, что ли, пойти. Давай, пробуй. Потому что эти тарелки, они достают, это я помню. А тут что? А, только эти? Ой-ой-ой-ой-ой. Кружка, походу. Ну типа того. Это как в пещеру зайти, знаешь, примерно. Было сейчас. Не, ну в пещере там вообще сущий хардкор. Ради одной жизни идти в пещеру. Жесть. Кстати, жизнь. Ну хоть так. Кстати, мне кажется, игра все-таки несложная, если ее так немножко ловчиться. О. Там чекпоинт. Да я видел. А! А че он не захотел на нее прыгать? Так. Или все-таки понял. Я не могу определиться. Так, я походу опять в ловушку попал. Так скажем. Так, может, ты с разгоном вот так вот? Привет, Сэнкл, ты про какого есть, босса? Не допрыгнул. Так, тогда надо здесь разгоняться. Блин, да жесть как! Зато не допрыгнуть оттуда. Кто втащил босса, чуть не очень понял. Я тоже не понял, может он про задресы? Задрес, может быть, истощил. Ну, какого, смотря, Мегамена, да, а этого Ultimate Luigi нет. Ну, по крайней мере, я не до конца смотрел, но я думаю, он уже закончил там скоро. Голгебейст стримит теперь, что? Ну, на Good Game, да. А чё он на СК2 не идёт? Ну, пока там еще у него технические какие вопросы. Да блин, ну кто такие строят эти? Она улетела. Это жесть, это нереально. Тут надо либо с разгона, либо вниз. Что-то тут нехорошо, слушай. Я не знаю, как ты тут держишься. На самом деле, нам пока на удачу все идет. Ну, примерно, да. Потому что... Я думаю, ты не совсем знаешь, что внизу есть. Нет, не знаю. Так. Ой, этот момент, вот это я уже вспомнил. Это дурацкий момент. Вот это чекпоинт хотя бы. А, на трике в скайпе. Да. Так. Так, так, так. Блин, вот прикинь, вот я смотрю, вот что ты делаешь, но я не могу запомнить. Что-то ты куда-то пошел, когда поехал, пролетел. Насколько пролетел? Ну вот это обязательный момент. То есть его нельзя пролететь, насколько я помню. А вот тут вот фиг знает, куда идти. Ну, наугад давай. Куда-то вниз. Ну я не сюда, наверное. Хорошо, хоть возвращает. Наверное, да, сюда все-таки.
А что за динамит? Ну, динамит. Не помню, короче, куда. Ну, пытайся куда-нибудь. Что-то ты меня уже запутал. Ну, я помню, сюда вроде я ходил. Так, что-то припоминаю этот момент. Лабиринт какой-то прям. Ну, типа того. Ну, хоть где-то надо время израсходовать. Мне кажется, не сюда. О, по-моему, кстати, правильно. Да, нихрена себе. Это читер вообще. Что-то там жесткое такое вообще. Кем подстрелят? Что-то и чекпоинтов нет, слушай, вообще. Так, а зачем они тут? Нет, а, хотя, по-моему, кстати, правильно. Ну, это уже в любом случае правильно. Да. Не, Санкл, сегодня не было больше. Там чекпоинт. Да, чекпоинт не взял. Ну, давай, тащи. Ууу. Кстати, не охренеть. Не, ну, в принципе, одного должен затащить уж. Да фиг его знает. Да то дно, что ли? Наконец-то. О, все нормально. Затащил. Нарандомил. Да. Чекпоинт не взял. Перед боссом, блин. Вот, видишь, паскод дает? А. STG RTN. Ну и пофиг. Все, до третьего мира дошел. Так. А, так. Ты еще на четвертом, кстати, уровне-то. Да, он задрал меня вообще. Я не понимаю, как это тут пропрыгнул. Так, тут два урода. Да блин, ну как он? Так, ну что? А, вот континью, да. Один, что ли. О, нет. Этих нельзя убить. Вот этих гулей, так сказать. Ну, когда шипастых. Что-то... Тут одни подставы, насколько я помню. Никогда не ожидаешь, что впереди. Ну, как бы это вся игра тут так, но это тем более. Мне иногда страшно, что ты с высоты упадешь. А, вон кнопки были. Были. Да. И такие они тут часто, насколько я помню. А это что за ящик? Просто ящик? А, нифига себе. Угу. Вот как. Жирафы такие фантовые. О, повезло. Что-то жесть. Жизнь еще на фарме. Ну да, пока, пока везет. О, пока везет. Ну, Сэнкл, ну как бы, ну не такая уж простая. Сейчас у меня закончится жизнь и все, сначала игру. А, ну континью один, но он там дает-то, по-моему, немного жизни. Или он дает все жизни. Ну, 6 вроде жизни дает. И что-то, помнится, сначала мира может. Ну сейчас посмотрим, что он надо. Че гадать? Что-то это было высоковато. Ну да. Так. Отлично. А, уже вроде конец, раз уголь. И чё это? Ты живой? Я чё, умер? А, нет, я, по-моему, прошёл. Да, прошёл. А, не, я в каньон спустился. Что-то я забыл про эту тему. Я не помню, зачем нужно в каньон спускаться. По-моему, это не обязательно. Или обязательно, вот что-то не помню вот вообще. Да хрен знает, ты там чекпоинт вроде взял. Слушай, я вроде... Давай сейчас сначала... Мира? Это мира или... Ну, сначала это уровень. Ты и так в начале мира. Это же четвертый уровень. Нафиг я опять отсюда пошел. Ну тут игру вроде бы 4 полноценных мира и один еще там, по-моему, ты пропустил чекпоинт.
А, обычно из одного, еще один мир и вроде из одного, что ли, уровня. Или полноценный, вот что-то я не помню. Ну, не буду, короче, спойлерить. Вот убил бы его, пока у тебя бессмертие было. Да, блин, думаешь, я помню, где он. Ну, иди поверх это. Ну, я жизнь взял зато. Ну, да. А, кстати, 9 жизней дают. Ну, типа, кошка 9 жизней. Так, да, блин, эти уроды вообще жесть, эти спица, сыр, что это, хрен поймёшь. Ну ладно, хотя бы до тут дошёл. Кактусы, блин, да это же с таким управлением, это офигеет. Так, попытка какая уже, не знаю. Ладно, пофиг, короче, идём. Где там этот придурок? Так вот, я только что перепрыгнул. Нет, еще один. Про это. Тут можно бежать? Вопрос на миллион. Кто я? А это тоже бессмертный? По-моему, да. А, она убивает всех. Так и то, по-моему, убивает всех. Блин, да достала меня тоже. Кстати, она прикольная. О, убил его. Зря. Да? Ну, я думал, я по шипам пройду. Да я не знал, что там шипы. Ну, я предполагал, конечно. Чё там, не это двери. Да, чё-то. Вообще двери стрём. Тут, насколько помню, тут очень много секреток. Ну чё, прыгну на удачу. О, удача на моей стороне была. А, кстати, там неуязвимость осталась или нет? В смысле, осталась или нет? Ну, как бы, если я, допустим, возьму. Вряд ли. Не, ну ладно, попробую влево туда. Хотя, мне кажется, это не совсем правильно. Ладно. Хотя? Да тут нет правильного или неправильного пути. Просто. Один может быть сложнее, другой проще. Ну, Чекпоинт! Ну, наконец-то! А, с этого я начинал, помнишь, там плюется сверху? А, да. Вот где-то тут. Вон он. Сейчас пусть плюнет еще раз. Вроде три он выпускает. Точно, удачу вам. Блин, страшно. Я не хочу бежать. Нет, за что ты так ускоряешься, почему? У меня тормозов нет вообще никаких. А, ну все, вроде конец. Это как можно умереть? Я чего? Ну, их нельзя сбоку задевать. О, вообще. Типа ты подпал под поезд, все дела. Да. Ну ладно. Ладно. А, я выжил? А подожди, он тебя задел или нет? Нет. Я, кстати, видно, вымикрил как-то дико. И сейчас тоже. А вот он летает? Я думал, он зад-вперед катается. Нет, он зад-вперед вроде катался. Так, тут чувак плюющий. Или не тут? Я уже запутался. Ну да, Сэнкл, как-то так. Подожди, если... Нет, что-то я запутался. Я что-то где-то еще чекпоинт взял? Нет. Попробуем так. Нет. Рано. Рано, точно рано. О. По-моему, все, надо просто бежать направо вроде. А, ну зашел. Кубки. Ну хоть до пятого дошел. Ага. Уже хорошо. Так, ну теперь ты в каньоне, Гранд Каньон. Здесь камешек катается. Ну тут обычный, видишь, он влево-вправо, а тут по кругу. Еще эти уроды какие-то застрелся. Да, вот он, видишь, по кругу, в орбите. Блин. Че это придурок какой? Давай. Что-то тут вообще, а этот как интересно. А он как-то по-разному. Фиг знает куда.
Ну, давай чекпоинт хоть. Не, ну ладно. Жесть вообще. О, повезло. О-о. Отлично, чекпоинт. Там не одна жизнь, все, да? Блин. Чекпоинт, не чекпоинт. А почему у тебя гейм овер? Ну потому что жизни закончились. Не, а типа у тебя континент нет? Ну, походу нету. А чё, берется или у нас и на двоих лично? Я не понял. А фиг его знает. Может тут те какие-то красные шары, ты континент, ну которые, помнишь, там какие-то берешь? А, кстати, может быть. Очень может быть. Я вот этого не помню вообще. Да блин, я думал, да. Посмотри. А, это моё? Подожди, это моё. Нет, у тебя же были еще вроде жизни, странно. Нет. Так у тебя же были еще жизни, вон 6. А чё за фигня, динамита, типа сразу умираешь? Чё? Я чё тоже не втыкаю, реально. Но это я играю. Да, я понимаю. Ты мне объясни, чё в этой игре не так. Чё-то я сам не понял вот этого момента. И вообще, откуда я начал, что не начал? Это сначала уровня начал, с 5-го. А, игрок 2 выиграл? А, нет, так у меня раза 6. Ну, типа, ты выиграл, потому что... Что не слился. Да, то есть, хоть и ты меньше уровней даже прошел, но... Как бы это... Короче, тут... Это купленная система. Мороженое не убивает? Ну, походу, нет. Что-то раньше не знал. Чё-то я не догоняю. Да блин. Вот что делать? Просто прыгать? Чё? Какие-то рыбы. Аквариум. Так. Вот это же жестокое место, да? Не помню уже. Нет, там сразу дома. А, вот сейчас будет наверху жесткое место. А, да, да. Я так и не понял, как ты это прошел, но ладно, я сам попытаюсь. А, он как-то сам проходится, и ты как бы на скорости туда запрыгиваешь, и он сам как-то вверх-вниз там фиг его знает. Ну, да пролети. А, ну жизнь, жизнь. С другой стороны. О, запрыгнул. СТГ РТМ был пароль? Ну да, вроде такой. А это что такое? Это именно на тот уровень, до которого я дошел. Ну, мир. Ну, где поезд. Так. Блин, мне бы чекпоинт взять какой-нибудь. Хоть какой-нибудь. Да уже до конца уровня дойди, по-моему, тут недолго осталось. Ну вот. Ну я все равно хочу чекпоинт. Блин, ко мне приехали, что ли? Давай маленький перерыв приехал тут. Ну давай, ты тогда только микрофон отключим. Нормально. Ну, перерыв так перерыв.
Похоже, у Найтрики интернет обрубило. Потому что он отключился и от игры, и от скайпа. Так, ну чё ты, пришёл? Да, всё, да. А чё, что, я не вырубился? У тебя инет, походу, отрубился, да, ты от сеги отключился тоже. А, да? А я переподключился? Нет, он не переподключается. А, тест-сервер нажать. Угу. Ну, видимо, да. Ну, всё. Всё. Так, я кнопку нажимаю. А, у меня, это... стоп, у меня скайп игру тише сделал, сейчас я восстановлю. Все. А капец, это вообще какой-то жесть. Меня бесит эти пиццы вообще, они меня карают. Так, ну мне... Смерть за 3 секунды. Да ладно, так интересно. Так, хотя бы чат увидеть это. Я ничего не вижу. Ну, там вроде ничего не пишут пока, да. Да, что-то жестоко все. Так. Так. Да бл. О! Так. So close. Я думал, только в ту сторону стреляю. Чисто жесть, да, вот так вот. Подумайте. И чем же эта игра легкая? С паролями она, наверное, легкая все-таки, мне кажется. Ну да. Ну это же не чит. Это же пароли тебе дают официально в игре. Но просто не было раньше там сохранения на карту памяти и так далее. О. Что это такое вот? Вот что-то взял. Может, есть какой-нибудь мануал? Может, боишься? Ради интереса. Да ладно, давай так изучим. Ну, что-то лень. Да ладно, какая разница. Ну, если это континиум, мы об этом узнаем. То, что у тебя еще один будет. Да, я просто их несколько штук таких уже брал. Вот боги. Блин, ну надо же яму было там делать. Музыка противная, ну вот не знаю. Такая более-менее еще. Бывает хуже. Да нормальная, в принципе. Так, ты отсюда ходил. 100%. Да блин, как ты тут вообще? Я ж тут не прыгал почти, то есть он сам идет. Только нужно чуть-чуть разгона приходишь, и он сразу вверх, вниз, вверх, вниз. А слушай, а почему некоторых врагов нету? Вот, ну, ты их убил. И что, они не появляются? Нет. Ну, только при континии. Так тогда есть смысл даже всех убивать? Ну, типа того. Так, там динамит. Да блин! Откуда я знал? Это бесит просто вообще. Так. Ай! Так, где этот клоун? Так. Что-то странное, да? Думай, что делать. Боюсь. Хоть убей, боюсь.
кажется, наверх лучше. Ну, очевидно, тут разогнаться можно и пролететь всю эту яму. Нет, динамит тоже смущает. Вот можно наверх сходить и жизнь еще взять. Интересно, пройдешь дальше меня? Не знаю. Блин, ну там что-то сурово только посмотрел пока. Я... Жесть какая-то. А, я живой! Ты же врезался. Это я врезаюсь, получается, так, да? Прыгнуть успею? О, отлично. Вот начало, да, этого дерьмища. Ну так, попробуем, короче. Ну, тут очевидно сюда, потому что никуда больше нельзя. А никуда нельзя. Нельзя. Иди нафиг. Жалко, сюда нельзя сразу. Ну давай сюда даже куда-то пошел. Нет, сюда не ходил. Может, ходил. Не знаю. Мне кажется, тут все пути правильные почему-то. Просто, может, есть разный уровень сложности у них. Вот этого я не помню. Ну я помню только, что я всегда ходил по одному и тому же. Я запомнил, что солидарного неправильно иду, как да. Не знаю, либо это сердце так подсказывает. А слушай, это подстава тут. Ну, как бы да. Сколько нам? Раз, два, три. Хоп. Да! А, все нормально. Понятно, это мороженое, зачем оно создано вообще? Чтобы отвлекать. Так, ну мы примерно даже что-то видели. Ой. Так, еще жизнь. Что-то этот уровень щедрый на жизнь. Что там мне это? Я не помню опять, что там в конце было. А, не, нормально. Чекпоинт, который я не взял. Но он мне и не понадобился. Да, а тебе понадобился. Че? Неуязвимости какой. Да. Стоял. Нет. Как ты тут замекрил, я что-то не понимаю. Ладно. Да блин, задел же, а? Нет, что-то... Последняя жизнь. Не такие простые. Толк нулевой нет. Да блин, ну это нереально. Я пытался еще раз тянуть, типа дабл джампа. А не, смотри, значит тут красная штука, это не чек, этот не континиум. А как же так? Почему у тебя было так континиум, я так и не понял. Не спрашивай. Так, ну чё, поехали? Да, поехали. А, не надо было опять на двоих стать, я надеюсь? А, не знаю. Ну, я думаю, что, наверное, нет. Ну, думаю, это выясним, либо пройдёшь уровень, либо умрёшь. Ну да. Но я специально не буду умирать. Нет, специально не умираю, да. Заодно потренируешься. Би-би-би-би-би-би. Почему... А в первом уровне, кстати, музыка прикольная довольно. И почему 10 жизней вначале дают, если после континью 9 дают? И логично, что 9. Ну, взял просто. А, я уже взял, да? Я уже сам забыл. Ой, это было близко. Ну блин, первый уровень, да, надо вообще без смертей, по идее, проходить. Ну, он не такой сложный. Вообще первый мир бы желательно. Но мне кажется, да. Почему бы и нет? Ну, снап, а как еще-то? А, ну пароли? Ну, что-то за пароли, это как-то... не знаю. Их водить еще надо, быстрее пройти. И непонятно, кажется. Если пароль введем, то как там будет по жизням, у кого сколько? Или прям будет столько на момент, когда пароль нам дали? Ну тогда это слишком мало шансов пройти, ведь, ну, там уже было мало жизни. Ой.
Что-то ты какой-то путь выбрал странный. Такой даже не помню. Ну да. Я просто прыгнул с этой воды. Надеюсь, живой буду. Вот эти полеты, это вообще к добру не приводит. Там, кстати, внизу жизнь, я помню. Ну там сурово. Ну даже если погибну, ну ничего страшного. Да, на люк становится. Ну нифига, вытащил. Оп. Ну ладно, жизнь ты взял две. Даже три жизни я взял. Не, ты один. Ты один. Блин, да ладно. Ты что, икра упорота, что ли? С чего ты взял снап? Ну, давай ради интереса попробуем. Ну давай. Вон там. STG, RTN. Не, а кстати, можно и в другое, почему нет? Ну как бы. А что такое chapters? Ну, это уровень 7. Почему X? И ну, чё, да. Мы вдвоем начнем с этого уровня, что ли? Ну, сейчас проверим. Ну, если так, то это же неинтересно. Ну, блин, ты же до него даже не дошел. Ну да. А у меня было не 9 жизней, явно. Ну, это не, а это ты... не то. То есть, это не то же самое, что пройти игру полностью. О. Да, вот чё это такое? Не-не-не-не-не-не. Там уже динамит нет. Так. Не, какой другой? Я не хочу менять игру во время стрима. Не, другое точно, ну, сейчас нет. То есть, либо можно это закончить, если, ну, там, ну, какие-то да. причины, но не в другое точно. Не, ну смотри, можно из пароли, в принципе. Так, снап, мы будем уже в меньших местах сливаться. Вот я первый уровень уже там почти да, прошел да. без смертей. И жизни там нафармить можно гораздо больше. Вообще. То есть нет уже цели именно пройти игру, чтобы она была просто пройдена. Именно хотелось, ну вот, посоревноваться, еще что-то там. Не знаю, что это дает-то, блин. Так что, заново или ты хочешь пароль посмотреть? Просто? Ну давай сейчас я, когда сольюсь не специально, то посмотрим, что будет. Будешь ли ты на этом же уровне или что? Да просто пройди уровень тогда и будем. Ну я так понимаю, что да, ты будешь здесь же. Тоже с 9 жизнями. Ну да. О, конец же. Или ты не будешь в каньон? Попробую сюда. Что-то я уж не помню, по-моему, уже не обязательно в каньон. Типа есть. Не, вроде. Вроде обязательно. Да, и случайно упал. Я думал, там на эту можно вставать треугольную штуку. Да? Ну ладно, что-то с этим тогда. Ну не знаю, я бы начал сначала, но видишь, что-то чатик горит. Ничего, я не знаю. Да ладно, мы там. Мы прошли всего несколько уровней, которые вообще легко проходятся, просто. Ну мы не затренировали. Ты там просто тупил на одном четвертом, а я там тоже часто сливался на первом и все, блин. У нас это ушло час. И то, как бы. Это недолго, считаю. Сейчас мы же быстрее будем все-таки проходить, получается. Ну. Мне как-то повезло там просто. К тому же. К тому же мы даже, ну, не знаем, по сути, что там, континью, как брать и так далее. А как мы это узнаем, если мы будем каждый раз начинать, блин, по паролю? Снап, ну, так и есть. А паузу нажимал еще? Стоп, у нас дропы идут. А, ну это у меня, видимо, надо. Ну, я не знаю. Снап, а как можно сказать, что игра несложная, если ты... Вводишь пароль и начинаешь, как будто бы это первый уровень, полной жизни и все такое. Так можно, допустим, о принце Персии сказать, что он несложно. Но. Паролями он дает. Не, но принц Персии пароль запоминает, сколько у тебя времени осталось. Но все равно, понимаешь, смысл в том, что ты можешь каждый раз пароль вводить и заново начинать уровень. Ну да, то есть, ну, каждый раз оттачивая
именно чтобы успеть за это время, но это не очень. А так тебе как бы волнение, потому что ты, ну, каждый уровень должен стараться быстрее пройти с первой же попытки. Да. Это же совсем разные ощущения. Не, так что давай рестарт и пофигу. Да. Так, я так понимаю, он сбросил пароль? Ну да, да, ну это же рестарт. Ну это же софт резет. А, это софт? Ну все равно. Резет есть резет. Блин, я неплохо в тот первый раз прошел, сейчас так не получится. Вот именно. Да, да. Там наверху жизни на самом деле дофига можно нафармить. Только нужно знать где. Хочешь в пещеру сходить? Ну давай там подальше. Нет, смысл стрима пройти игру. Ты что-то вообще нафиделся. Да потому что я, блин, с чатиком, блин, разговариваю. Туда все мысли были. Ну смысл стрима точно не показать концовку игры. Это если бы я один играл, то может быть. Ну, может быть, да. К тому же тут сюжета, блин. Ну особо и нет. Вообще, да, как в Dark Souls. Так что, как бы. Смысл именно пройти игру, чтобы пройти, этого нет никакого. Не забывай. Что на прыжок зажимать? Блин, вот как-то вот эти прыжки непонятно немножко, как их стопить вот. Вот, ну, типа вот таких, на края вот приземляться. Не так просто это. Так, так. Чё-то пишут-то хоть, что-то. Ну видишь, вот Инферно, ты даже не стал спрашивать про сюжет, потому что, ну... Понятно, что это вообще тут. Даже если бы он тут был, то был бы он какой-то упоротый. Не, ну он какой-то вроде типа есть, потому что там вроде бы концовка, там слегка что-то там, по-моему, есть такое, но это вообще ни о чем. Так, вот это, да, ветка получается. Вот что это такое? А вот смотри, вот что это за восклицательные знаки у меня вот слева? То есть ты второй игрок. Два восклицательных знака. Блин, ну вот я помню, ты взял и тогда сдох. Ну я просто криво взял, ты лети и все. Да блин. Сейчас я смогу. Как мне разогнаться тут? Да. О. А, лететь не лететь нельзя, то есть. Ну ладно, пофиг. Ну жизнь-то ты собрал. Ну да, немножко зря я так сделал, ну ладно. Чего именно? Ну, полетел как-то вообще не в тему. Да, все не в тему бывает. Тоже что-то я брал тогда, я помню. Не могу вспомнить. То ли неуязвимость какая-то где-то была. Ага. Да, неуязвимость там где-то прямо в начале уровня, по-моему. А. А, это не то. А ты как-то другим путем, кстати. Ты чё? Ты чё? Да я думал, тут эти две жизни. Не, тут, а не дальше там. Чё там внизу, я уже не помню. Ну вот, а вы говорите начинать с седьмого уровня. Да мы на первом уровне ещё сливаемся, а вы там в седьмой хотите, чтобы проходили. С девятью жизнями. Надо через эти девять жизней собрать к седьмому уровню. То есть дойти до туда с девятью жизнями, чтобы хотя бы иметь право с девятью жизнями начинать там. Вот, а вот это, во! Ещё вот такая хрень есть. Ну, видел? Чё, не видел просто. Ну, эту стрелочку я взял. Какие кубки. Ну да, атмосфера игры, она такая вот упоротая какая-то. Мне тоже всегда она немножко корёбила, но, блин, как-то играть, честно говоря, прикольно все равно. Ну, да. Жми кнопку. Ай, что за бред?
все. Еще кнопку жать. Я и так тебе право даю на то, чтобы ты прошел уже. Догнал меня, как бы. А в Марио такая же система, не помню. В третьем, да. А, только в третьем. Ну, да, но в Марио общий прогресс. А, там вообще. Поехал просто. Вот эти перевороты. Кстати, у нас тоже эта игра есть. Только не знаю, чем она отличается. Наверное, ничем. Может, это просто много очков дает эта штука? Да хелло. Блин. Че, будешь брать? Да. Только я не знаю, как там в итоге. Вон, все. Контри. А, надо было прыгать на бошку. А-а-а, вот в чем дело. Привет, Алексей. О, Алферов. Здравствуй. Так. Так, так. Что там? Мне это не нравится. Вон. Пык-пык-пык-пык. Чекпоинт. Отлично. В прошлый раз я второй уровень прошел вообще без смерти. Ты? Да. Так что он довольно сильный. Я точно сливался. Ну, это возможно. Тут не сложно. Я на первом сливался много, как и сейчас. Что-то он для тебя сложности вызывает. Что у нас там? Так, так, ну, походу нам туда. Так, там опять жизнь пропустили. Ух ты, там все. Чупать. А тут походу надо бежать просто. Да? Да. Ой-ой-ой. Ну, зря прыгнул. Да я что-то не знаю. Да ладно. Да я не знаю, что эти кубки дают-то, дурацкие. Я их специально не собираю, честно. Так, по пути, что есть, то есть. Блин, я на первом, ты на третьем. Ну, в тот раз так же было, но потом ну, я тебя догнал. Не, я на втором был. Я на втором засел. Ты на втором тоже, да? Нет, я на первом. А, все, ты эту жизнь взял. В принципе, тут несложное место. Боже, я этого не взял. Да ну, ну ладно, жизнь хотя бы взял. Ну, смысл, конечно. Ну, хотя бы, то есть, не в минусе. Ну, ну, хотя мог бы, конечно, плюс... взять и не да, потерять. Да. Так, я помню, сюда ходил, кстати, в прошлый раз. А, это третий уровень, ты чё, блин? Это ж третий уровень. Так, возвращаться-то не надо. Правильно я помню? Блин. Надо. Всё правильно. Так, хоп. Ну, нормально. Так, норм, все норм. Так, я лучше войти. Да ёжик ты, ну блин, ты скользкий. Да. Ну ладно. Так, второй уровень. Что-то я не помню, куда тут. Да тут просто вперед ходит. Бэкграунд такой, да? Да... Я слушаю, прыжка не успел. Нет, тут не надо ехать. Медленная реакция, блин. Я за этим мог сдохнуть сейчас. Да он... нет, там я так же... А с этой жизнью была. Ну, не знаю. Видимо, время столько дают, чтобы по миллиметру весь уровень изучать. Когда я тут был, этот мужик, на нем легче было прыгать.
Ну какую? Да ладно, на Sonic это вообще ни разу не похоже. Нет, по-моему. Скорость. Что ускоряется. А. Скорость это да. Или пробоши все-таки моего. А как я в тот раз так не долетел? Или я чекпоинт это собрал? А че ты там? А, ты там хрен его знает. Ну ты это, на крыше там сдох так. Так я, по-моему, дольше летел вправо и сдох, а сейчас я как-то вообще за два раза. Я не знаю. 256 кубков. Неплохо. Неплохо. Свитер все свяжу, да. Не, да, я до второго только дошел. Блин. Вот поехал, это жесть, на самом деле. О! Кубки вываливались при повреждении. Лучше бы тут так было. Ну это было бы рекордно слишком. О, чё-то. Дятел этот. Тоже подскочу. А, не я... попал. Ты откуда знал? Не, ну я все равно там жизнь какую-то взял еще одну. Что-то я прыгаю. Что тут место какое-то интересное. Ну, это жесткое. Скользишь на нем. Норм, раз микро. Не помню. Вроде можно бежать. Успел? Да. Ладно, давай с первой попытки босса. Это босс, в принципе, не такой сложный. Ну блин, что-то... Что за фигня тут? Я эту физику реально не понимаю. Его можно реально заспамить быстро. Я не знаю, как я так отлетел, что ж прямо уж туда, вот влево. Либо надо вправо не нажимать, чтобы влево не отлетать. Так. Да хрен его знает, тут чё вообще чё даёт. Игра загадка. Даже непонятно, почему есть две неуязвимости. Одна такая, другая другая. Да, да, да. Как будто в каком-то пузыре, а вторая просто мигает. Ну, прозрачный какой-то. Это норма тут вообще. Никто не знает, что в этой игре, что. Зачем она вообще нужна и в чем сюжет. Зачем вообще в неё играть. Спание. Это вообще жесть. Так. Вообще я заметил, что вот практически все, кто зашел, у всех была довольно-таки бурная реакция на эту игру. Что там Тор, что Снап, да почти все. Вот только Алексей зашел и просто поздоровался, да, и все. Он, видимо, не играл. Я на самом деле в детстве я тоже не играл. А так, ну когда. Тут надо было просто бежать. Да ладно, я что-то боялся. Тут клубок. А, я думал, это третий уровень был. Я ж только на втором. Ну видишь, я опять второй бессмертие пришел. Или ты тоже бессмертие пришел? Я бессмертие тоже пришел. Я на третьем поставался. Неплохо. Может, клубки просто, чтобы, опять же, помериться, кто больше собрал. О. Ну, да я не знаю, тут теперь должен затащить. Это есть. Странно причем. Ну, норм. Блин, опасно было. Угу. Почему я так отскакивал-то вправо? Ну вот такая, ну. Тайминг совпадет когда-нибудь или нет? Это на самом деле выжидаю больше. Ну у тебя 8 минут есть. Просто 8 минут стоит, это посмотришь. Да задрал ты! Реально тайминг не совпадает. Наконец-то. Так довольный. Почему у него восклицательный знак еще? Это Боши! Это фигакетый Боши!
Клуб фанатов Порше. Но это НЛО клубок, а не просто клубок. НЛО клубок, да. Это НЛО, который похищает клубки. Ну вот это место бесит. Не знаю почему. Ну потому что, блин, мигрения. Тут либо поеху надо, либо понял. Что это было? Платформочка меня захавала, блин. Так. У меня начинается упоротость. Гамбургер. Твой любимый уровень. Тут, наверное, сил жизни 15 на нем. Ну, зато. Ну нифига, дабл килл просто. Трипл килл, о, нифига, я подлетел. На страх и риск лечу, на самом деле. Так, тут поеху вроде. А, тут неуязвимость, да, точно. Да, который ведет к твоему любимому сейфпоинту. Да блин, че так долго тут просто? Ну, опять чекпоинт тут пропускаем. Так, сейчас вот этот главное не пропустить. Где тут? Где он? Да, это Sega Genesis. Даже и справа это не взял, но ладно. Да, ну нафиг. Че ты за ней пойдешь, что ли? Отдельно. У меня даже этот картридж есть, Инферно. Пицца? Вообще проходил в детстве. С сестрой. Смотри, получилось чему-то. Ну да. Ну вот. Уже игру затащишь, наверное. Где там этот? Он тут, да, уже. Вот только что дальше, я вот не помню. Там либо эти тележки гребаные, что вполне вероятно. По-моему, да, но до них вроде не близко. Ну блин, тут знаешь, это микромашинка хоть понятно, там папка лежит, посмотри, там внизу эта штучка. Вот он. Кстати, пинок тут еще. Что-то эти мужики мне не нравятся. Возможно, пинок-то полезный даже. Ну, может быть. Ну, так она убить всех врагов на начале. Так. Сто клубков ровно эти. Да, блин, я их не собираю специально, сам знаешь. Это бессмысленно тут. Как ту жизнь взять, допустим, я не знаю. Она стоит для тех свеч, ну. Блин, я чекпоинт даже не взял нигде. Так ты умер тут. Я тут как смотря, как вот тогда вот прошел раз. Это опасно тут. Так, а тут в чем опасность? Я... А если депоев ушел? О. Я тут обещал. Ну мне это надо желательно до босса сразу дойти. Там люк был. Так, ты туда. Ну, уже начинается запоминание уровня. Ну, слушай, я всегда разными путями хожу, поэтому я не очень могу запомнить. Да, возможно, Инферно, что только для очков. Точно не знаю. Иди в пещеру, да? Не. Или не можешь. Обойдусь. Да, как я задел? Чё там за хитбоксы, блин? А так я могу? Да, могу. А, кстати, в прошлый раз не помню, чтобы я так ехал. Вот ты доходил до сюда вообще? А, не... Не, я доходил. А, ты же босса даже не убил. Да. Да, не убил. Краб. А, тут, слушай, дамажит всё. Да. Чё, повезло просто. Нахрен эти клубки, вы чё? Вот, вот. Чё? А, вот сюда как-то попасть можно. Не, я пешком. Наверное. Сейчас попробую. Не, нельзя. Ну ладно. Так, тут мороженка. Ну походу в этот раз ты дальше меня дойдешь. Ааа. Эти гамбургеры, черт. Так, а на чем я сдох в тот раз? А, на подъеме, блин. Каком подъеме? Ну блин, на домах. А там не обязательно подниматься.
А мне казалось, тут эти пианино ездят просто, что-то я попутал с другим каким-то местом, блин. Конфетка. Так. А я не помню, что я раньше ездил. Ты, по-моему, этот уровень бессмертия прошел. Ну вот, да, вот, что-то тут тоже. Да я вроде в нее приземлился, серьезно. Ну вроде. Да тут. Бананчик. Не, ну хитбокс точно тут горял, короче. Ты что, опять не сдох, кстати. Бог хоть возьми. Давай затащи хоть первого раза. Да ну не. Кривые отскоки, все кривое. Ну хоть до босса, блин, дошел. Не, я не знаю. Не. Поеду. На последней тачке. А, краб и фейспал, ну. Где эта штука? А, если в игре one hit kill, то, естественно, не придется звучать все. Ну, не совсем, нарандомить можно. Блин, испугался. Не, кто не запойдал. Так, чувачки стреляют, поэтому желательно убивать, насколько я понял. Блин, какие-то отскоки тут тоже странно очень. Тут все странно. Тут, наверное, вот так лучше. Так, тут эти штучки. Так. Сейчас тут с разбега с этим надо. Я хотел посмотреть, что там, серьезно. А у меня чекпоинта не было, что ли? Не помню. О. Ну что там за фигня, а? Почему иногда? Ты тоже будешь как я. Смотри, вот просто на ней он... На их там переждать нужно было просто. Да жесткий тайминг, короче. Ну сейчас с этой стороны явно проще. Наконец-то. Да, я не взял, чекпоинт, не был. Я на один уровень от тебя отстаю. Ну это фигня. Ну у тебя 8 жизней, у меня, по-моему, 5 только. Ну да. Это может не фигня. Так это понял, за что ли? Пошел прошлый раз. Что-то ты жестко как-то. Да не-не-не. Эти тележки вообще, ну тот, кто их придумал, серьезно, то, что в них вот так вот залазить надо. Ну кто-то вот... как там? Acolyte, по-моему, называется компания, которая выпустила это. Кто-то из них там. Ну тут запомним, так. Так, наверх не пойдем туда. Чё-то, блин, я испугался, что там шипы. Сколько выяснилось, это бесполезно. Не помню, есть тут еще какие-то чуваки? Есть. Ну тебя, конечно, не убил. Какая разница? Ну, если ты вдруг еще тут пойдешь, ну ладно, пойдешь. Ну то как бы его не было бы уже. Даже клубков на фарме, смотри. Всего-то 83. Ну, имеется да, это. С разгоном. Ну, уровень, кстати, короткий. А, ну собственно вот, видишь, да, Yarn Balls в очки превращаются. Клопки? Да. А, блин, ты меня напоминай иногда. Итак, я во втором мире.
пойду сразу по крышам. Кстати, даже непонятно, вот что это за враги может быть? Какие-то полуклоуны инопланетяне. Ну, по-моему, это зайцы, мне так кажется. То есть... Отдаленно напоминающие. Отдаленно может быть. Хотя у них рук нет. Ну, да. Так, ну, посмотрите, они ногами пуляются. Кстати, там наверху чекпоинт вроде. Нет, ну ладно. Ну ладно. Да хоть бы один чекпоинт взять. Нормально. Что-то я его даже не помню, такой чекпоинт. Ну, потому что ты понизу тут ходил всегда. Угу. Нормально. Чекпоинт взял. Вот видишь, чем опасно мороженое? Я не мог уйти от этого сыра. Ну ладно, я два чекпоинта взял. Ну блин, ну обязательно пицца, да? Ну, я пиццу не называю. Ну, в принципе, ну тебе тут недалеко осталось. Ну, про это не забывать, чувак. Давай дальше не так сложно. Что я не помню, что... Да, там телеги как меня, хрен пойми, когда. Так что аккуратнее. Нормально, скачу. Да беги просто. Да, кстати, можно стоять просто. Ну все, на одном уровне с тобой. Да. Ну только у меня всего 4 жизни, а у тебя, по-моему... Не на одном. Больше. Ты уже на третьем? Ну, в смысле, на... на шестом. А я на пятый. Я телеги сейчас буду, там у меня этот. Ну, уже здесь... Тут босс уже. Ну, короткий тут уровень, то что ты его можешь затащить. Ух. Чё бы то ни было, но, наверное, хорошая штука. Может, кучу очков дают просто? А, тут чекпоинт, да, насколько? Не помню. Слева вроде бы. Да блин. Ладно. А тут тоже чекпоинт. Чё там вы вообще? Ну, Инферно, ну, не знаю, возможно, но... Чего? Слишком уж упорото по сравнению с Соником. Что? Ну, он говорит, что очень похоже на клон, и там перечислил, почему. Ну, Рестар вот похож вот на клон больше. Вот если... Слышал такое? Ну, у Рестара там совсем другая физика. Ну понятно, что здесь физика тоже другая, но здесь тоже бежать нужно с большой скоростью. Я не помню. Здесь разбегу надо. Почти залетел. И там чекпоинт. У меня все равно чекпоинт, видишь, что это лягет. Ты довольна вообще. Куда ходишь? Я не знаю. Может, жизнь, кстати, быть. О-о-о. Ну это, наверное, подалеко. Тут, наверное, жизнь все-таки. Ну фиг знает. Ну чё? Надеюсь, что-нибудь полезно. Ну, на. Хотя бы две бы запихали, что ли. Ну ладно, все равно, в принципе, ты поскакиваешь нехило. Что такое? Фиг его знает, куда сейчас меня это переведет. Лучше прыгай. А я думал, я запрыгну в нее. Нет, ты... вот в чем прикол, она там. Нет, я думал снизу умираешь, а сверху я думал, ты в тележку попадаешь. Не-не-не. А че меня убил в прошлый раз? Что-то клюется. А откуда пицца вообще взяла? Я не долетел. Сколько. Наверное, поэтому лучше поверху как-то идти. Как ты считаешь? Ну, зато тебе не надо будет этот лабиринт проходить. Думаешь? Ну, типа того.
такой неадекватный в полете, когда разгоняется. Так, там, это шипы были. Надеюсь, после... Нет! На зоне чуть-чуть же, блин, не хватает. Идеально. Не, слушай, а я опять туда пойду. Как-то выглядит, как будто бы хороший ход. Ну, ты походи отсюда. Потому что там жесткое место. А чё, я на чём умер в тот раз? Я вот тоже не могу. А вот об эти тележки. Так что лучше пролетай, лучше пролетай. А, то есть их вообще нельзя зайти? То есть это тупо троллинг, что ли? Может, я не знаю, может быть. Я-то сейчас явно прям сверху на них опустился. Чё поехал возьмёт? Просто чувак появился, который стреляет яйцами. Блин. Ладно, пройду мимо этих тележек. Что там слева что-то? Может, ничего? Лучше вниз просто. На, на, не лети, не лети. Да почему? Потому что, ну, или так. Давно бы уже тогда сделал. Может, туда зайти? Чё тут вообще? Куда-то? Это чекпоинт. Тебе придётся его... Да не, не буду его... А, так, он сюда идёт. Ты пройдёшь. Понятно. Либо брать, либо... Но я не буду брать его, потому что, если что, я там начну с того чекпоинта. Ну да. Который более дальше. Ну вот то же самое. Ну, по сути, да. Телеги. Ну ладно, чекпоинт я взял. Ну блин, жизни там уже все, сейчас скоро сначала начинает. Куда он там взялся? Жалко то, что если я сливаюсь, ну полностью, да, то есть я не могу начать с первого уровня, пока ты не проиграешь. Вот это вот не продумали. Да. А блин. Ну ладно, хотя бы так. Блин, так страшно тут все. Ну нафиг. Эти полеты добром не заканчиваются. Вот. Так, тут разгон, да? Максимально и прыгать с максимально правого конца. Понятно. Я может поехал вон туда. Ну все. Ну тогда лабиринт. Да, лабиринт не сложный. Или этот не тот уровень? А, тот. Тот я вспомнил. Я также башку уже нырялся. Страшно. Нарвать даже дорогу запомнил. А, не, лабиринт в любом случае. Ты бы просто вот к этому же чекпоинту выпрыгнул бы. Ну нет, все равно у меня чекпоинт уже есть. Это лучше. Так, я вот сейчас не помню, на самом деле, вроде в ту. Да, вроде в ту. Может, не в ту. Ну ладно. Посмотрим, что тут тогда. Хотя вроде сюда. Да, да, на сюда. Так все сложно, да, кажется? Да нормально. А, не, точно не сюда. Тут ловушка у нас. Не помню, чуть не попался на меня. Тут надо подождать. Блин, хорош, хорош. Не плевайся. Так, привет, картофан. О, привет. Картофель. Ты не был на стриме, когда он, короче, от моего МК сломался джойстик? Нет.
Я на клаве играл, короче, там просто под боль было вообще жестко. И у него, короче, там пару клавиш провалилось. Это жесткий. Ты чекпоинт не взял, ну и ладно. Ну, пытаемся тащить. Ну. Да нет! Почти фейл, ну. Да жесть, тот тайминговый. Меняй что-то в тактике. Да, блин. Изменил. А почему я отсюда начинаю? Не спрашивай. Ну ладно. Чё там про физику пишет? Ну ладно, придётся тут сохраниться. Ну, в принципе, я от лабиринта начинаю. Да я забыл про чекпоинт сейчас. Блин, опять это место упорото. Почему? Да, вот интересно, чекпоинт там. Блин, чё тут? Тут шипы будут. Потом. Подожди, я уже запутался какой-то уровень. Это пятый. Эх, на, точно. Там телеги. Я там подыхал. А, я вот туда ходил, это я помню. Эх. Может быть. Нормально. Сойдёт. Да, идите. Пуптичек. Сто ровно. Норм. Мне опять лабиринт надо проходить. Угу. Ну все, мы теперь на одном уровне. Ну правда, ты сейчас, наверное, пройдешь? Ну хрен знает, мне повезло там. Ну я походу там жутко нарандомил, когда с первого раза босса прошел. Ну ты так же не взял за чекпоинт. Да. Не, ну лабиринт-то легкий. Просто. Тем более тут врагов половины нет сейчас. Половина нет. Ну, которых ты убил, их нету. Так, нам нужно туда. Вон. 300. Ну, вначале же неохота убивать всех. Ну, думаешь, то, что, ну, вдруг без смертей пройду. Ну, да, так оно и есть. Вообще, такой вопрос, если в одну и ту же дверь два раза зайду. Нет. А, я понял про что Инферно, про то, что когда ты в стену врезаешься, ты там еще лежишь на несколько секунд. Ясно. То есть даже если под тобой нету ничего. Ну да. Так оно и есть. Так, как бы тут не пропустить? А там в конце что-нибудь будет? Это вообще, да, на начале. В смысле в конце что? В конце босс. Не, я имею в виду телеги какие-нибудь там. Такого. Не, не будет. Все. Все, чекпоинт взят. Хоп! Хоп! Есть! И нет! Блин, эта музыка дебильная на бозе. Просто меня убивает. Ну ладно. Так. Это две жизни, конечно, блин. Чё-то ты нафидел. Да. Каким-то путем вообще интересно пошел. Да я в тот раз им пошел. Сейчас шипы бац. Ну почти. Тебе, я помню, повезло там в некоторых местах. Да, вроде да. Там чекпоинт. Поверху тут лучше, кстати. Да поверху почти всегда лучше. Ну да, вероятность то, что ты упадешь в яму. Жить попустим. Кстати, ты ее взять можешь. Надеюсь. Кого тут? Да фиг знает куда. А, во. Нормально. Я не помню, что там, да. Там вроде шипы будут снизу. Так, это, по-моему, А, это не жизнь, так это хрень опять. Тут гамбургеров куча, там пицца вроде дальше будет. А, как, блин, как получилось? Я пульнули сзади. Спину. Ну ладно, хоть жизнь ты взял. Продлил себе немножко страдания.
Ну давай, хоп. Ну разми крит ты уже их, ну. Я за него гоню. О. Да блин, это вообще жесть какая-то. Так невозможно. Как ты прошел? Фиг его знаю. Странно, я тут не был? Почему этот не убит? Или я его пролетел как-то? Да и не значит это. Кстати, вот это может к жизни привести, но... Навык поднимает. Но не всегда. Ой. Да не, выжишь, выжишь. Убей. Что убил его? Двоих тоже. Оп. Микрижет. А, как я... Что-то я не хрен... Да-да, лучше так сделать, да. А я что там взял? Мне показалось, там была стена просто. А, это место? Ладно, тут жизнь вроде, да? Да-да-да, вот. Ой, хоть не помню. Тут телега, вот. Я тебе телег уже боюсь вообще. Они же на втором уровне этого мира. Да все равно. На втором, а не на первом. На первом, на втором. На втором. На первом есть в конце. Следующий. Тут помощь жена. Ну, до тебя почти дошел сейчас только. На если ты дойду до сейва. Ну дойдешь? Ну да, тут. Я, конечно, можно налажать, но вряд ли. Ну, блин, ты уже видел столько раз. Не должен. Вот тут вот только налажать можно. Тут они стреляют. И вот тут сейчас. Постой, подожди. Ну, все, в принципе. Тут тебя больше ничего не убивает. Если только не упадешь никуда. Главное, это сейф возьми. Не забудь. Четыре жизни, но, по-моему, у тебя тоже 4 осталось. Да, где-то. Просто беги вниз. Всё. Ну чё? Показывай скилл. Да. Я немножко инерции не рассчитал. Вообще непонятно, вот честно. А, не, у тебя 3 жизни. А, ну да, то есть у меня даже на одну больше получается. Кстати, как вариант тоже можно. Витание. Ну. Ну блин, там я тебе скажу жестко тоже. Не, я уже смирился к сливу, бля. О. Блин, да удаляй. Налететь было, налететь было. Да надо было. Подожди, так на какого, налево прыгнул? Да. Вот сейчас. Не-не-не, когда уже летит. Да блин! С летанием ты слишком резок просто. Ну, ну я знаю. Ну зато, в принципе, дамажить легче. Ну как бы, когда они появляются. Типа. Не знаю. А, вот так. Летай. Они нормально. Да блин. Блин, это вот. Да ну его нахрен. Он ускоряется, похоже. А, ну почему? Я думал на него, да и залез. Нет, да. Да? Последнее. Да блин, он... Печалька. А, ну немножко прыгнул. Континя. А почему? Player One... Ну ладно, хорошо. Не, Player Two было написано, One Continue. Я имею в виду. И что, мне сначала уровень придется? Да. Да радуйся, что есть континиум, у меня походу не будет. Почему у тебя не будет? Не знаю, потому что ты взял. Ну а потом проверить это, кстати. Как он задел? Он же там не задевает вроде в конце. Вот, а видишь, у меня нету. Не, ну слушай, это не тема-то. Может ты где-то берешь я его, я не знаю. Слушай, давай тогда, знаешь что? Че? Ну как бы сейчас, ладно, не будем ждать долго.
Сейчас ресетнем, попробуем, затестим, короче, насчет континиума. Только надо сдохнуть быстро. Это вообще начало этого. А, это уровень. Ну, шестой уровень, все правильно. Тот же, где босс. Ну, из плеер 2 wins. А вот, допустим, вот. Чё, чё-то... А почему я wins? Это, видимо, континиум один на двоих. Кто это начинает? Так ты на одного, наверное, сейчас включил. Ну, да. А сейчас, если тебе сдох... Ну давай сейчас сразу потратим все жизни, ничего не собирай вообще, и посмотрим, будет ли континия. Ну ты все равно первый сдохнешь, кстати. Ну я могу одну жизнь собрать в самом начале. Тогда давай ты... Давай лучше я ее наберу потом. Ну, блин, ну как бы ладно. Сейчас подыхаем просто. Блин, долго получится 9 ну, жизней. Ну на, тестим, тестим. Да, жесть. А там поменьше жизни, не дабл поставь. Не. 18 смертей. Жесть. Ой. 16. Не, я имею в виду всего, было 9-9 жизней. А, да. Что-то быстрее дохну, чем ты. Да я просто случайно отпустил кнопку в прошлый раз. Блин, мы в этот раз прошли хуже, чем в тот раз. Не, ну я так же. А, ну да, это я хуже. У меня стабильность. А нет, в тот раз ты с континью дошел до этого босса. А, да, сейчас я без континью. Теперь я чем-то. Сэнкл, в каком смысле? Мы специально фидим сейчас. Мы проверяем насчет континью. Просто если там как бы один на двоих, то брать его смысла не имеет. А если где-то нашли, то надо тестить где. Походу, типа, кто первый слился, у но того и тоже... право континия. Но, блин, и в итоге он выигрывает, разумеется, потому что ему 9 жизней халявных дается. Но. Я последний же, да? Походу. Ну вот, смог. Нет. Так, а у тебя? Хорошо. Ну, смотрим. То есть я подыхаю. То есть я где-то беру континью? Не, да, вот ты где-то берешь, значит, континью. Все по-честному тогда. Ха. То есть я честно выигрываю? Ну да. А где тогда его брать? А что такое приставка? А, ну ресет нужно. Блин. Но мне кажется, это вот это вот, короче, вот стрелочки вот эти, которые... Какие стрелочки? Ну, которые, как эти, обновить страницу, примерно. Выглядит. Да? А где ты? Где ты брал, что ли? Да, я такие брал. Вот. Я не помню, на каком-то уровне есть. Я одну видел, но я не знал, как брать ее. Там она закрытая. Ну что, еще забег? А что такое Bubsy Creators? Титры. А что за фулл аудио? А. 3. Давай только не сливаться на первых уровнях. Ну, это то от тебя зависит. Не, ну если на той жизни, которая где две, то там еще можно. Не, ну понятно. Ну блин, все равно как-то. Мне кажется, это не так прогрессивно. Где тут я сливаюсь обычно? Не, один на двоих не дается инферно. Мы протестили сейчас. Да. Как оказалось, я где-то его нашел. Вот тут, кстати, вот. Нет, да где? Где тут типа такого же прыжка было похожего? Это вот тут. Вот тут? Там, ну, блин, зря, конечно, ты сделал. Вот тут, по-моему. Тут паровозик еще. Не, тут. А. Вот. О, да. Ну, в принципе, тоже не помню. Там чекпоинт пропустил. Ну ладно. Тут сейчас яма. Тут зато это.
Норм. Нафармил кучу всего. Да, нафармил. Не умри. О, повезло. Вообще же воды нельзя касаться. Не, воды можно касаться вроде. Только если полный забыл. Ну короче, она там не выше головы вроде не должна быть или что-то типа того. А машина убивает, если на нее прыгать должен? Да, убивает. По-моему, да, убивает. То есть ее вообще нельзя касаться. Блин, чекпоинт далеко был, если да, что. Да, далеко. Ну тут, в принципе, уже осталось. Вот, что это такое? Походу континиум, лол. Ну то есть как-то не хочется долго. Ну нормально, бессмертие первый уровень. Для меня это рекорд. Плюс еще 3 жизни взял. Так, в начале одну взял, а где ты еще? А, 2 еще эти взял. Ну, ясно. Я посмотрю, буду. Тут еще можно больше собрать. Время тут дофига. Там еще, в принципе, есть жизни. Тут можно весь уровень несколько раз пробежать, блин, за это время. Но только, блин, надо миклить по-жесткому, чтобы нигде не слиться. Иначе смысл пропадает. А я не спеша был. Я не люблю спешить. У меня стримов нет, потому что у меня нет возможности. Говорю, мелкий ребенок в доме, это капец. Не надо детей. Блин! Нафиг, ну откуда я хотел посмотреть, что там. Печально. Да ладно. Это не важно. Я просто хочу изучить первый уровень, но ладно. Мы еще. Что там наверху? А, тут еще 2 жизни, да, вроде? Ну да, тут, короче, ночь. Нет, чуть нет, дальше, да. Они дальше будут, но ты их увидишь, как бы. Да ты их потом лучше по-другому возьми, там просто на этого приземлись, да и все. Помнишь? Надо попробовать на бошке, да, им приземлиться там. На бошку-то ты можешь вымекать. В принципе, ты не потеряешься, если даже умрешь. Ну да. Блин, чуть не это. Да, не бухнулся. Ну вот это место. Да, ну дальше что? А, дальше еще. Вообще можно и влево походить, на самом деле, тоже. Ну, блин, это на как-то. Тут сейчас прыжки. Там это, еще... это мы никогда не берем. Хотя ее можно взять, кстати. Стоп, мне кажется, это может на третьем уровне то место, что-то... Я уже запутался сам. Так что тут бежать просто надо. Да ну нафиг, лучше аккуратно. Просто... Понятно. Фух, ну смотри, уже во второй уровень без смерти. Ну, у тебя норм, у меня нет. Кнопку нажми сейчас. Жизнь не появляется, да, насколько помню. Угу. Да иначе бы можно было тупо нафармить 99. Всё, я буду. Это был заяц. Просто интересно все-таки сходить. Я об этом сдох, когда. Бьем его. Тут ничего. А тут. Нет, тут не может быть. Тут люки, да, всякие. Там тупо слив. Да. В прямом смысле, причем. Так. Ну тут тоже начальник, ни черта нет вообще. По сути. Ты хочешь прям все жизни уровня собрать? Ну мне просто интересно было с ним. Не то что. Просто я где-то еще тут что-то находил. Ну это как раз таки место, где бессмертие снизу. Ну я помню. Не хочу его. А, вон оно что. Тут можно и эту взять, допустим. И пойти вниз. Да, да, да. Ну я так примерно. И тут еще что-то наверху было вроде. А, так это тут место с двумя жизнями-то. Да? Вроде да. Я что-то уже запутался. Вот это что еще такое вот? Большой вопрос. Возника. Вот. Сюда?
Норм вообще. Ну, я те две не взял. Ну, короче, тут можно сразу жизни 6, наверное, собрать. И даже не особо напрягаюсь. А это еще что? Надо назад, скорее всего. Ну, фиг знает, не факт. Чего там опять мне подъехал? Подожди. На паузу ты бы нажал. А, ну это ладно, это понятно. Ты если куда-то отходишь, то нажимай на паузу и микрофон. Не, ну понятно. Просто это смотришь, что там вообще. Я уже забыл, где я. Так. В смысле? Где нахожусь вот именно? Так, тут внизу жизнь. Где, да? Или нет? Не помню, вроде не тут. Не, не тут. Что-то откуда-то я пошел вообще. Странно. Ух. Во-во. Тут вообще какого-то. А, тут просто пробегать надо. Так. У тебя тоже 12, да, жизнь? Да, вроде бы. Было. Но я не потерял ни одной, ты одну потерял. Ну, я как бы одну взял лишь. Да, 12. Не буду ничего придумывать. Блин, та жизнь слишком сложно, если ее брать. Да? Ну, я просто посмотрел. Быстро. Ну, в принципе, можно там, но опять же... Ну, что-то не стоит это играть. Не хочется. Лол. Лол! Я так же. Этот полет этот забей. А чё вот тут вообще? А, Тор, я же говорил, что это для тебя печально может стать. Так. Не, ну понял, значит, не хочется тут всегда поверху ходить. Думал, проще. Я, конечно, не знаю, что именно там, вот именно к этой игре, но как бы это всегда непросто. Да. Поэтому даже, кто вот начинает программирование, насколько я знаю, начинает почему-то все с Варкрафта. В смысле, вот ты имеешь в виду программирование модов? Ну, не то, что модов, а вообще даже там тоже какой-то есть, ну, языков там даже. Не, это, тогда это бред, ты чё, кто с какого Варкрафта? Ну, либо кто игры программирует, наверное, все-таки. А вот прикинь, вот так однажды чувак сидел-сидел и доту создал, да? Ну, блин, что значит чувак сидел-сидел? Это же Valve сидел-сидел. Это не Valve сидел. Как то? Это Ice Frog. В смысле, доту? Да. Дота же Valve. Она же из Варкрафта. Первого. А, ну я не в курсе. Я думал, это Valve сделала. Не, Valve уже у Ice Frog'а там купила что-то, наверное. А, ну, я не в курсе. Ну, Ice Frog-то может сам так делать что-то тоже. А эту жизнь можно взять именно то, что-то не помню. Ну, речь про первую доту, да? Вторую-то уже Valve сделала. Вторую-то точно Valve, да. Слушай, а ее тоже можно взять. Блин, можно и потерять. Ладно, дай что-то тупанул. Ну, у тебя все равно жизни больше. Да-да, дот это карта Вари. Это как обычно это. Как его? Обычно кастом практически было. Она раньше была самая простая, там было 5 героев всего. Вот так. Да, туда жестковато за жизнь идти. Ну, что-то неохота туда перейти. Слишком уж. Может, ладно, наверх мы забустим. Тут лучше вот по этим платформам, мне кажется, наверх подниматься. Знаю, не люблю эту. Кстати, надо посмотреть, что там наверху. Наверху что-то хорошее, ради бога. Ну, я говорю, тут
вроде 4 полноценных мира, которые я точно помню, а пятом вроде один уровень, или не один, вот я не помню. Финальный. Я просто понял, как он выглядит. Да что это? Ну ладно. Так же, как и я. Ну, по-моему, там один уровень. Последний. А вот может и ошибаюсь. Ну, мы увидим, если, конечно, дойдем. Не, ну не в этот раз, так в другой дойдем, я думаю. Музыка подходящая. Что-то как-то не добежал до конца уровня. Почему? Ну, в прошлый раз. Так я это, жизнь взял и слил, помнишь? Ну, а, ну да. Ну, Инферно пройти же хочется. А, это я? Ну да. Да, да, да. Я же уровень закончил. Откуда я начал вообще? Я вообще... Что за... Что тут? Ну, я влево жал, а ну ты знаешь. Как ты вообще думаешь, можно сегодня последнюю попытку попробовать? Ну да, наверное. Тут тоже так надоедает немножко. А не помню. А, блин, я забыл, что... Хотя давай попробовать сюда просто. Раз последний раз пробуем. Там заяц тут. Ты видел? Угу. А вот и жизнь, как это берется, кстати. Ну только не совсем так. Ну как бы сливаться нежелательно. О, ты тоже жизнь на фарме. Смотрим, что тут. Кстати, вон, без рукавка. Возьми там, неуязвимость. Тролло. Только если я утону, мне это не поможет. Ну я знаю. Да бери ты, чё? Да я не могу! Ты чё за жесть? Давай, давай. Да. Чё ты? Аккуратней. Конфеты не беги. Только я чекпайнт возьму. Жесть, блин. Ну давай, микри, микри. Люстры эти дурацкие. Это тарелками сложно, это канделябры, вот серьезно, да, с кубками какие. Ну, типа того. Ну, кстати, да, видишь, микрить нормально летаться можно. Через пару месяцев. Да не, она легкая, так тоже. По сравнению, не знаю, с той же контр, все-таки. Тут запоминать меньше надо. Ну, не знаю, в контре управление полностью адекватное. Ну вот там, да, то подкаты есть еще. Ты рискнешь? Да. Лол. Паровозы какие-то. И чё я ради клубов? Ради клубов, очков. Норм же. Норм вообще, норм. Ну зато хоть рискнул. А, зато сюда можно сюда. Не. А, да? А. Ну ладно, зато узнал. Сюда идти не надо. Блин, ненавижу так отскакивать. Где эта платформа? А, лол. Лол, вот лол. Подожди, там наверх дальше нельзя, надо дальше. Да, то ты прав, возможно там секретку один из тоннелей вел. Возможно, но я такого не помню. Хотя секретки я находил. Ну, возможно, не все, конечно. Ну тут случайно эти секретки находишь. Как примерно в Mortal Kombat раньше находили. Приемы случайно. В Mortal Kombat и секретки? Ну там и секретки есть, ну как бы секретные персонажи. Ну когда книги кодов никого не было, тогда мы... А, я знаешь, такого как... вообще не знаю. Ну я Mortal Kombat мало играл, в принципе. Чё-то тебе там повезло. Ну немножко, да. Там жизнь была, кстати, снизу. Да, и как её взять? Вест. Где? Я заманчиво, да? Ну да, но... Вон. Он хотя бы возьму.
Блин, он такой резкий иногда, когда это левитация, что-то мне не очень нравится. Блин, что-то как-то жестко все. А вот там жизнь, кстати, справа была, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, ну он заморожен был. Так, я на каком уровне вообще? На третьем. Так. А! Всё. Ну, Тор, я понимаю, что ты предположил, если ты написал слово «возможно». Это как бы логично. А, вот туда лучше наверх. Упоротая птица. Да. Не, я бы не стал. Не, я посмотрю, что там может. Да блин. Зачем ты прыгнул? Не запомнил? Да не, тяжело запоминается. Вот как так можно, да? Вот я же видел, что там эти штуки. Тут как тут захрел, не помню. О, на рандоме. А, ты туда вниз упал. О, вот там же, кстати. Надо ее взять. Ну она, в принципе, должна. Давай. А, ну просто из справа чекпоинт. Опасный какой-то чекпоинт. Ну ладно, вроде нормально. Не, нормально, ты че? Которого мы брали обычно. Вот тут тележки в конце. А, не нарандомил. Нет, потому что первый игрок и второй. Опа, он отрубился. Трики, восстанавливай свой интернет, у тебя время идет. Ну, Тор, естественно. Не Маффин, а Меднаффин. Блин, мы ждем. Хотя, почему время не идет? А, потому что... Не, стоп. А, походу, типа, если ты долго не управляешь, он сам время останавливает? Ух ты, это продумано, кстати. Включайся. На. Так, так, все, правильно? Это я? Угу. Я играю, да? Ну да. Всё. А, сейчас я надпись перерыв уберу. Ага. У меня это интернет вылетел. Ну я понял. Эмуляторы хорошие нас спасают. Блин, я перелетел. Вот это лол. Вот играли бы в Fusion, уже бы, блин, два раза сначала начали. Ну да. Так, воду лучше не надо. Какой-то Инферно говорит, я помню, в какой-то подобной игре, если долго на месте стоять, персонаж суицид делает. Я такой не знаю. Я думал, не возьмет. Что-то не странно. Соник сиди, Санку подсказывает. Вот это по красоте было. Нормально. Ну. Ой, эти еще Sega CD всякие эти штуки. Помню, там BIOS какие-то устанавливать нужно было. Жесть вообще. Блин, ну немножко я не нарандомил тут. Конечно, можно аккуратно, но, блин, я хотел по-бырому. А, тележки, что ли?
Да нет, ну там это меня убило, шняга. Какая-то шняга там убила. Там же после телекса. Заяц, этот ботинок меня в зайца прям отпустил. А, в конце там что ли? Ну. Жесть. Что-то ты опять сюда не долетел, обычно долетал. Да потому что я рано прыгаю. Стопка. На один уровень пока ты отстаешь. Ну, в принципе, догнать могу, если сейчас не на фишке. Да, просто. Или если я застряну там где-нибудь. Тем более жизни вроде почти одинаково. Ну, у меня 9. А, у тебя меньше даже. Ну да. Тем более откуда-то конты обычно берут. Ну я-то вроде тоже взял на этот раз. Я не знаю, как я сдох. Опять кривой хитбокс. Посмотрим, что тут. А я вроде в прошлый раз отсюда проходил. Динамит. Прыгающий. А что если туда пойти назад? Нет никаких штук. Не. Обидно. Так, вот сюда надо пойти. Да, сюда. Просто бежим. Этот чекпоинт пропускаем, как обычно. Жизни берем то. Да блин, задрал. Я знал, что он там. А че это они уехали? Не знаю. Ну ладно, пешком можно идти, по сути. Надеюсь, я не догоню. Надеюсь, она назад не поедет. Лучше отсюда поехал. Нет, там, не знаю насчет лучше. Ну, вот, так это ж тут жизнь. А там наверху что? Жизнь, ну помнишь, я тогда ее брал уже. Я 3 часа брать. Могли бы еще, да, лучше сделать. Ну. Минут 5, чтобы тратить для этого. Это и сейчас гнать. Дурацкий момент будет. Ты играл вообще, в принципе, персика? Конечно. У меня на Сеге картридж был, и я, короче, доходил до последнего уровня, там почти прям до самого конца, и не знал, что делать. И я не прошел его. А, где на меч это убирать? Да, я меч убирал, и я думал, что непонятно, что там, и дальше пропасть там слева огромная, и непонятно, что с этой пропастью делать. Ну, сейчас я уже потом смотрел на Ютубе, блин, оказалось так банально. Я сам прошел. Че сюда-то идет? А тут же тоже какая-то неуязвимость была стоять. Да нет. Фигня, ты чекпоинт какой-то собрал? А ты как-то по-другому пошел, я вообще не понял. Даже не заметил. По-моему, я нифига не собрал. А, ты сейчас имеешь? Да. Повезло. Вот. Так, тут жизнь, в принципе, можно взять. Часть в туле? Да, скорее всего, клубочком только. Ну, я тоже так думаю. А тут? Нет. А вот там что такое вообще? Ну, это опять непонятное явление. Стой, там еще что-то. А, это бонус. Помнишь, уже? Ну, в жопу его. Ну эта штука часа. Очков тебе дала, но не знаю, может быть только в этом смысл, хотя вряд ли как-то нелогично. Тут телеги, да? Да. Да. А, ну, пофиг. Вот сейчас. Да. Просто беги. Просто беги, иди нахер. Ну ты тормозил долго. Если бы ты сразу бежал, то бы норм был. Ну, блин. А, ты опять с этого верного места начинаешь. Странный чекпоинт, короче, да. Вообще уровень странный. Убери это. Вообще игра странная.
Это же кто такие горки строит? Как тут вообще кататься-то можно? Ну, это не главное. О, попал! Нифиг! Это... Так, я что-то немножко не туда, но ладно. Залажал. А, ну что же играл? Нормально. Только теперь тебя сыр надо убить. Пофиг, убью. Ну как-то ты жестко замекрил. О. Вообще лол. Че тут цензура уже любил? Тут сейчас как-то коряво придется идти, кстати. У меня что-то СК2 бухнулся. Кто? Че? Я что-то глухом повесил СК2. Ну, может быть. Че тут такое? А это куда идет? Без понятия. Ха. Чё-то мне это не нравится, я хочу обратно. Так. А тут чё? Чё-то тут очень непонятно. Так, сейчас секунду, когда перезагружу. Это чё-то у меня именно СК2 глухнулся. Именно чатик и так далее. Ну блин, паузу бы нажал хотя бы. Да ладно, что-то как-то странно, я тут не ходил раньше никогда. Не знаю тут, что может, что ждать. Динамит с такие кнопки. Ха! Зашибись вообще, слушай. Телеги. Ух ты, как повезло. Что-то мало. Ну ладно. Кстати, а где домино еще больше? Может, он смотрит. Же сказал, 3 дня не будет. Не, а где домино? В смысле, ну работает. Не, просто там. А, докуда прошел? Ну блин, так и говори. До этого. А, скелета не может убить никак. Ой, куда-то я тут нарандомил, непонятно вообще. Скелет же изи вообще. Ну блин. Я понимаю, бы глазик не мог пройти. Но он глазик и не мог пройти долго. Подожди, квазик-то потом, ну, до этого, после Соника же. Ну да, сразу. Я и забыл. Так, ну, тут где-то, я помню, наверх, во, переходил, да. Туда я не помню. Ну, куда-то сюда. Тут вроде конец же убран, или нет? Ну да. Так, у меня этот же уровень, да, что-то? Вроде да. Ну, то есть уже не этот же, то есть у меня же уже 6-й. Да я просто запутался в уроне. Подожди, это где телеги вначале? А, да? Нет, ну да, ты на 5-м, то есть который я сейчас только что прошел. Да, да, да. Ну, жизни раз... много хотя бы, что? Ну, не повезло. Краб какой-то убил или лягушка, не знаю. Мускулистые стручки или как это обозвать? Это последний, да? Ну, в этом мире, да. Куда я? Не знаю. Вон там, кстати, чекпоинт внизу. И там, кстати, наверху есть чекпоинт. Слева. А зачем? А чё тут хуже вроде? Я не помню. Я просто пытался, чего не мог. Ну возьму на всякий случай. Возьми. Куча бесполезных очков. Да, что-то помню, ты тут вроде где-то сливался постоянно. А, тут шипы. Вот тут снизу шипы вот под тобой. И тут сейчас еще такое же место будет. Да? Да, так что не спеши там лучше. Как-то... Вот, видишь? Ну и тут нормально уже, вот. Только я не помню. А, это выпрыг этот, ну понятно. Можно поверху там идти. Ну да, тут же жизнь. Да. Тут 1000 же очков набрал. Тут
сначала лабиринт будет. Угу. Ну, до босса практически дошел. Ну, до босса дойдешь. До лабиринта легкий вообще. Ну, вообще, как бы, да, игра-то считается легкой, но это мы тут что-то... Не, ну почему? Мы уж не так уж бесщадно сливаемся тоже. Ну, как бы мы не прошли даже с первого раза. Ну... Даже половину... А, не, половину я прошел. Именно в первой попытке. Вроде бы. И то это если я помню правильно. В принципе, не так уж и долго. Да, что-то я поторопился. Ну ладно. Пока что повезло. Сейчас тебе еще тут жизнь даду, да, насколько помню? Вроде да. 9 только. И ты сейчас... Мне это... 9 попыток, чтобы убить босса. Сейчас вниз беги, но... Да, я помню. Этот чекпоинт главный. Замикри давай. О, нет. О, нормально. Блин. Ну, почему медленно да сейчас прыгнул? Вот в чем его беда? Он то медленно это левитирует, то быстро, замечаешь, да? Ну, это потому что в зависимости от того, насколько сильно меня откинуло. То есть от текущей скорости, когда я нажал лететь. От этого зависит. Блин, один удар остается. Но я просто опять затупил с таймингами. Ты отсюда не ходил вроде. О. А на эту, по-моему, не получится уже. Слишком крутая. Не, в принципе, можно все равно. Получится. Зато так можно. Ну да. Ну что тут жестко как-то. А вот ты континент. Как-то сюда можно попасть через лабиринт, наверное. Возможно. Блин, телептик. Ну это, кстати, не те. Они похожие, но это же не те, которые я сливался, потому что там. Все равно. Там чекпоинт. Это судя не меняет. Ну это да. Не, ну в плане, что может они в пропасть не ведут. Ну, тебе просто прыгнуть там, может, стоило. Как вариант. Ну, возможно, я что-то не был готов к этому. Ну, я тоже как-то не думал, что... Уж настолько. Так, просто вроде сюда. Я же не помню, блядь. Ну, ладно. Все похоже-то. Вот, действует. Так, кстати, делаем. Как ты дальше? Просто разгонялся? По-моему, да, тут прыгать надо будет. Понятно. Чё ты не летел-то? А чё сапо... А, блин. Я думал, что с высоты не убьет меня. А у меня чекпоинт далеко, да? А, фиг его знает. Где-то чё-то... там, да. Блин, меня бесит. Блин. Да, ой, чё-то я делаю не то. Блин. Упоротый босс вообще. Да? Это еще не сложный босс, вот четвертый, это офигеть. А он изменится, да? Ну, да. Ну, как бы, смотря в каком смысле. Ну, короче, давай не спрашивай. Увидим, вот так увидим. Ладно. Да задрал ты. Сапог. Идеально. Телеги. Я не хочу сначала начинать. Ну, ведь сюда, тут континент. Да блин. Это тут сколько вообще непредсказуемо. В Сонике он нормальный был хотя бы. Согласись. Зато половина врагов, кстати, нет сейчас. Да, по-моему, вообще всех нету. А, ну вот тут уже... Ну... Появились. Чё? Ты чё?
Чё? Домино Капитана Парина? Ну... Типа того. А, у него и нет отключился, понятно. Так, алло? Да, чё, понятно. Что, я сдох, что ли? А? Я сдох, что ли? Да. Ты на шипы пошел влево. Блин, а у меня, короче, было хотя бы, что я не пошел влево. Но все равно там где-то ты сдох. Ну, блин, так нечестно. Ну... Уж, хотя бы скажи спасибо, что восстановить можно состояние, ну, да, игры. Но зато врагов все меньше и меньше с каждым разом. Че ты взял? Кубки опять, что ли? Да ты, по-моему, новых врагов ты даже и не убил. Да и не важно. Эти все равно бесполезны, гамбургеры. Вот здесь я сдох, ты, наверное, прошу вас. Угу. Ты просто стоял на этом блоке и пошел влево вот, тупо на шипы. Но. Да вообще жесть какая. До босса-то хоть дойдешь? Я не знаю. Опять отскоки, да, какие-то пошли не такие. Да жесть. Вот это убьешь. Ну, я должен затащить. Ай. Да. Ты умри. Есть. А, смотри, пароль вообще статичный. Ну да. Постоянно надеюсь жизнь. Так это только еще на пятом уровне даже. Причем на самом начале ты ни одного чекпоинта не взял. Да. Так нет, тут чекпоинтов-то в этом уровне. А, тут жизнь, кстати, есть. Можно взять, в принципе. Я уже не брал ее. Так. Я не помню. Чё? Такого не бывает. Нарандомил, нормально. Вообще жесть. О. Овер 9000 рандома. Два раза в телегу прыгнул. Выпрыгнул с телеги. Что-то пролетел. На зайца упал. Ну. Вообще жесть какая. Начинается. Не, ну просто не сложно, в принципе. Ну, вроде так сильно. Ну, по-моему, я просто два раза на рандомил, если честно. Ну, посмотрим. Хрен его знает, что-то мне кажется не сложно. Ну вот посмотрим, дойди. И узнаем. Ну запоминай тщательно. Воу. Что-то ты как-то летишь странно. Ну хочешь сказать, это не рандом? Там я мог на что угодно приземлиться.
Я понимаю. Вот. Еще. Вот, типа, на эту хрень. А могу еще между вагонами упасть. Суть должен тоже как вариант. А, вот. Ну, вот, видишь? Вот, народ, понял. Ну я чекпоинт взял хотя бы. Так. А у меня еще не туго. Веселый. Да давай его сразу пройди, до босса. Ну, на боссе, конечно же, посливайся. В жопу эту штучку. Ну да, там опасненько так довольно. Это что, жизнь тут или нет? А, нет, это не в этот момент. Это где-то было в другом. О, там была жизнь. Кстати, не отдали? Ты можешь ее взять, но только там нужно как-то прыгать. А, да, да, ты как-то прыгал. Не на платформу, а под платформу как-то. Вон. Просто все. Главное левитацию рубить. Вот с красной, по-моему, надо спрыгивать. А, блин, даже с желтой следующий. А, с разбегу как-то. Немножко. Блин, о, ты... Взял жизнь. Да, взял жизнь. Да ладно? Понял, что-то долго катишься. А. Ты чё? Да ты я вспомнил, что там шипы, на которых я умер, они не тут, они дальше чуть-чуть. Вообще игра странная сама по себе. Хочешь бежать, нельзя бежать. Хочешь лететь, нельзя лететь. Нужно столько тебя перебарывать. Чуть не отвлечь. Что-то опасно сейчас. Ну я помнил, что там платформа. А вот здесь можно, да, упасть? Да, вроде. Что, динамит, что ли? Нет, почему там кто-то стоял, просто он, видишь? А, это. Подкидывает чек углей. А вот это шипы, да? Да. Динамит? Неплохо. Ну, да. Только сейчас выйди отсюда. О. Хватит. Каньон. Так. Во. Нормально. Тупо каньон. Причем смотри, видишь, не переключается. Да, 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 да. То есть, если ты умрешь, ты чё? С каньона начинаешь, что ли? Ну, вот да, ты что, забыл, что ли, когда я первый раз до сюда дошел, я же начинал с каньона. Не, не пойду как-то со мной. Тут много, очень много секретных путей с ништяками, вот это я помню хорошо. Именно в каньоне? Да, вот видишь, там всякие двери снизу там. Там, видимо, конты где-то валяются, по-любому. Да, там полно чего все можно брать. Бонусы всякие, вот эти, ну, бонус уровни. Именно так, я помню про камень. Камни. И птичка следующий летающая. По кругу, следующий, да, сейчас. А, и это как раз таки на том будет летающая птичка. Ух, ух. Да. Сейчас летающий камень будет. Странно, птичка. А, вот она. Тут тоже, сейчас, да? Этот странный камень вообще. Там два камня, кстати, оказывается. На рандом, да? На рандом. А ты пошел в прошлый раз каньон вообще? Нет. А, куда я подскользнулся-то? Как-то ты так странно. На чём ты подскользнулся? Я хоть один чекпоинт-то взял. А чё такое опять? Не знаю, чёрный экран. У меня тоже. Это чё такое? Я ничего не нажимал вообще. Походу забуговала игра. Попробуй отключиться от сервера. Не, ну это в игре дело. Походу. Ну, попробуй все-таки отключиться. Как там? Напомню. Не знаю. Лол. Я не знаю, как отключиться, но только закрытись. Ну, сервер пишет, что ты подключен. Достойный финал достойной игры. Инферно пишет. Нет, подожди, как? Ты все еще подключен. Как? Так, если сервер. Она может еще раз. Дисконнектился, правильно? Вот.
Ну понятно, короче, блин. Это выглядит. Что за подстава? Интересно, это именно вина эмулятора, скорее всего, потому что у меня такого не было никогда на реальной игре. Стой, давай, если сейф-стейт сделать, ну вряд ли, да? Ну и перезапустить игру. Не, ну в принципе, боль есть. Хотя я не дошел еще до того. Ну да, сейф-стейт загружает черный экран. Ну чё, ну тогда давай заканчивать на этом, ну потому что сначала идти, ну, опять, блин. Ну да, как бы. Обидно, да. Тем более. Ладно бы, если бы хотя бы проиграли, у меня было куча жизни еще и континью, возможно. Ну и в принципе, у меня тоже, наверное, континью хотя бы подальше бы дошел. Ну, я думаю, надо будет еще один раз потом забег сделать. Я думаю, уже пройдем. Ну, честно, не знаю, когда. Ну, когда-нибудь, может, когда получится. Может, когда-нибудь вечером, не знаю, когда у меня дежурство, когда у меня. У меня в среду вроде. Ну, в общем, разберемся уже с этим. Ну, спишемся, но. Да, так что у кого вопросы, пожелания, замечания, предложения, пишите в чат. Все, на этом стрим заканчивается. Найтрики, спасибо за игру. Да, пожалуйста, тебе спасибо. Ну, все, всем пока, увидимся. Да, давай, пока-пока.